Всем привет, дорогие друзья, с вами Варунс. Наконец-то нам с друзьями удалось поиграть в Фасмофобию. Извини, что не провожу стримы, проблема в интернет-соединении. Вопрос решается, ну а пока наливай чаёк, кофеёк, присаживайся поудобнее и приятного просмотра. Так, что ну, где Сонька-то? Ну, я написала, она говорит, закрывает. Кто-то она в какой-то интернет-кафе играет. Что это за говно вообще? Иди дверь открывай, ты же не боишься ничего. Нет, я боюсь. Ты знаешь, а вы еще зашли, что ли? Не-не-не, мы тут ходим. Шоркаемся. Она с какой дверь открывать. Блин, что-то как громкая игра работает, надо потише сделать. Ага, слышь, да? Слышь, как не страшно. Вот, кстати, при записи записывают нормально. А стрим, да, скорее всего, нет, не вывозит. А где этот живой поп? Да, я открыл. Я уже его не боюсь. А вот дверь я сам очкую, конечно. Там звук будет, да? Какой-то. Да. Привет! Шипение. Сонька, привет. Макс, Сончик. Ой, подожди, а кто-то зашел к нам, я не слышу. Да, Соня. А, да. Чё молчим? Тебя не слышат. Ладно, сделаю запись, короче. Обработаю, выложу. Пам-пам-пам. Соня? Обалдеть. Соня не слышала. Так, надо. Ладно, прибавлять пока не буду, может она и громко заговорит. Напугает всех нас. Мы напугали деда. Так, ладно. Оба-на. Чё такое? Слышно? Так, аллилуйя. Привет, Соня. Привет. Сейчас у меня Steam обновится. Так, пока, ладно. Что вы мне написали, я тут лежу, болею. Ковид? Как ты болеешь? Алло. Температура. Макс, тебе так плохо слышно. Повернитесь назад. И чё там? Чё? Куда? Я на диване. И чё? А, ложись. Тут прыгать нельзя просто. Так, запись идёт. Запись идёт. А теперь на столе. Там чё, куда-то этот? Бах наш. О, Таня тут вызывает экзорциста. И плохо. О, о, так замри. Так, не двигайся. Иди нафиг. Не трогать. Не, ну когда ты лицом в потолок крутишься, это вообще забавно выглядит. Я тебя сейчас кину, блин, кольцо. Давай. Я тебя сейчас перцовым баллончиком. Лови зубами. Но. Что тут еще можно взять? Да, в принципе, все, наверное. Как кинуть, я забыла. F, а нет. Так, сейчас я, подожди. Жжет. Я уже забыл, какие кнопки нажимать в этой игре, господи. Да. Ой, господи. Зачем так страшно? Кто шепчет? Сережа. Это не я, честное слово. Ты это мне рассказываешь. Нет, 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 это не я. Вместо дискотеки. Ты заходишь? А как тут к вам сходить? А, там подключиться и... Подключиться и... Ой, а чё это я сам себя слышу? Продиктуйте код мне. Да хорош! Меня пугать заранее. У меня и так жопа уже сжалась на минимальных размерах. Там подключиться надо будет. Так, прекращай. Сетевая игра, да? Да, я что-то вылетел. Где? Ты вылетел? Какой код у вас? Сейчас всегда говорит, ничего себе. 876-176. Да. Что еще раз? 876-176. 1,
Так, все, все на месте. Почему я не вижу Макса? Вот, или у меня нет, он здесь. Подожди, что ты будешь делать, если меня не будет вдруг? Мы все умрем. Если тебя не будет. Так, ладно, все? Погнали. Все, а готов. Меня нет. А как ты показываешь, что ты здесь? Макс, готов, пожалуйста. Да не здесь я. А где ты? Сзади, со спины тебе сейчас. Я слышу. Ой, хватит шептать! Страшно, блин. Не манюги. Так, все, готово. Все, давай, погнали быстрее, пока никто не вылетел, никого не сейчас понос. Карась, игра началась, постоим. Погнали. Тонька. Я очень плохо слышно. Да, у него он из дырки какой-то говорит, поэтому не удивляюсь. Слава богу, что не с твоей. Переживай. Я туда тебе никогда не приглашу. Вот, прям наш выдохнул, легко стало. Да-да. Господь, Господь. Да, Господь, Господь, это точно. Чтобы я еще раз когда-нибудь с тобой пошла играть. Последних событий, да. Каких последних событий? Что ты мне рассказываешь? Я тебе ничего не рассказываю, я наоборот другим рассказываю, а ты-то знаешь и так. Ты только стрим удали. Я с тобой не разговариваю. Говорю. Всё, да? Да, ну, все, все зависит. Вот так вот. Вот так, как всегда. Так, ладно, я беру. Что я... А что у нас там по заданию? Почему у меня тоже есть? Тип призрака. Спугнуть призрака. Благовоние. Преследует жертву. Увидеть следы призрака на рассыпанной столе. Фонарик повесить на плечо. Мышка. А, вспомнил. Сама такая же, нахер. Так, соль бери, насыпем сейчас. Ой, у него же соль! Вы знаете, куда сыпать-то? Нет, а куда сыпать? Говорит, соль. Туда, где он шоркается. А где он шоркается? А ты у нас все знаешь уже, да? Молодец какой. Так, сейчас я маленько... Блин, звук слишком громко, я боюсь. Я буду орать, короче, всю квартиру, если что. Ключи взяли? Блин. Стопудово. Возьмем. Так и думал. Взял бы сам. Ну, я рассчитывал. Черебонь. Хотя, что на женщин рассчитывать? Ой, понятно, начинается. Лагай, мне страшно. Так, аудио. Так, ну звук, ладно, оставим в игре. Что ты говоришь? Да-да-да. Ходите в гараж, включите свет. А! Все, вроде не лагает. Я одна не пойду. Потери кадров нет, запись идет. Где гараж? Фонарик не работает. Так ты нажми на него. Как на него нажать? ПКМ. Короче, возьми его в руку и нажми ПКМ, да. Так, я пока камеру поставлю. Что, мне приз. Ой, громко. Вам уже шептали на уши? Ну все, уже. Нет. Так, что надо еще взять? Подожди, давай определим место призрака. Ой. Так, возьмите фотоаппарат кто-нибудь. И идите ко мне. Блин, мне уже кто-то стучит. Чьи? Куда-то из соседей. А, соседей? Котик, ты где, Марк? Возьмет? Я пока я взяла, ты где? Налево от главного. В комнате что? Налево от холода. Блин. Я тебя тут навыжу, тут все на комната. Да ну ёлки-моталки, давай, уже иди сюда. Ну куда сюда-то, блин? Ну назад, ёлки. Ты мне подушке, что ли, спрятался? Куда? Какая пугливая. Ко мне, за мной. Ну куда? Ты что-то фотографируй. Я не вижу ни хрена, включай свет грёбаный. Кость, фотографируй. Вот так кричите, я вообще в шоке. Так, камера я поставил. Сейчас маленько попереключаюсь. Так, это на... Что, тут присели? Вот, фотографируй, Кость, отойди. Ага. Ты встал на нее. Ага. Сфоткало нормально? Ну, вроде да, должно быть все ок. Все, забрали. Ой, страшно, девочки. Пошли свет включать. Пойдем, а где это, в гараже, да? Да, это кто, где? Так, стоп. Так, в подвале 9, 8.
А вы все. Ты температуру чекаешь? Да, я ищу его. Давай я с ЕМПшкой-то напухожу. Кто только что что-то цокал? Не знаю, но в подвале до 7 упало на лестнице. Сейчас гараж проверю. Не упало, ну все. Мы вроде прошли, а шаги были. По ступенькам. Или это надо? Кто там шоркается, блин? Не знаю. Так, в гараже. Он здесь, он в гараже. Да? Минус есть? О, кстати, чайник валяется. Ну, здесь он где-то. Это его место. Так, вот надо здесь соль рассыпать сейчас. Где-то соль у меня была, подождите. Здесь насыплю. Здесь насыплю. И еще где-нибудь здесь. Так, сюда бы тоже камеру, конечно. Так, всяких приколюшек нету, типа там зеркала. Вот это место где-то вот здесь вот. Здесь 4 градуса. Угу. Да, ну, нет. А на шкатулке 3, вот 3 градуса. Эти странные шкатулки вот эти новые дополнительные. Да, ее на. Она как ее. Если ты ее включишь музыку, то он. Будет. Это музыкальная шкатулка, да? Да, да, да. То он придет, призовем. Типа, будет охота или что? Ну ему это не понравится. 3 градуса. Я просто плохо слышу, что Макс говорит, поэтому, блин, переспрашиваю. Так, определите призрака и испугнуть его. Пойду скажу за благовоние. Сюда выброшу. Что еще взять с собой надо? Мы не поставили вообще ничего. Не эти, блин, зеленые. Я поставил штуки. Две камеры. Не, нам надо поставить. Лазер, наверное, нет? Да, проекцию сейчас я возьму тоже. И камеру я хочу поставить туда, вот, в гараж. Так, а никто не смотрел? Я проектор возьму. Угу, я камеру возьму тогда. А кто-нибудь взял этот... Как он? ЕМПшка у меня в руках. Да. Кстати, так, он, кстати, по соли прошел. Да, ого, вижу, я так. Рядом с ним, походу. Иди сфоткай, короче, по следы соли спрыгнуть. Так, благовоние возьмите. Да, благовоние надо будет зажечь. Мария Гарсия. Где он прошел, Сережа? Вот сейчас посмотрим, где. Я туда одна не пойду, давайте кто-нибудь со мной. Вместе пойдем. У кого руки пустые, возьмите благовоние. Так, у меня и МПшка, и камера. Надо две. Давай я возьму. Двое свободных, бери зажигалку и благовоние. Так, сейчас, погоди, погоди. Сигнал сработала. Как его кинуть? Этот отпечатки еще надо чекнуть. Сигнал. У меня заработал. Есть палка. Он шлепнул по машине. Вот это благовоние. Да. И этот обязательно зажигалку возьми. Я не могу взять зажигалку. А что у тебя? Что-нибудь одно выкини, только не фонарик. Фонарик оставь. Так у меня машина. Вот благовоние. Нет, это понятно. А что у тебя третьим слотом еще стоит? Ой, не знаю, ничего. Покрути колесико. А, крест, господи, не тянешь. Вот, выкини крест, возьми зажигалку. Все, пойдем. Ставь благовоние. Если призрак Привет, будет, спасибо. Когда Привет, рядом с ним... машины кто-то брал, нет? Нет, я не брал, я возьму сейчас. Возьмите. И сфоткай, Таня-то, следы. А где они? Здесь, в гараже? Он везде прошелся. Он, наверное, в гараже где-нибудь. Да, вот он в гараже. Как зажечь благовоние? Подожди, рано еще. Я сфоткал. Так, я не вижу все эти ручки, как они отпечатки. Они же зелёненькие. Благовоние пока не зажигай. Когда она у тебя будет, просто ее в руки выберешь и нажмешь то ли левую кнопку мыши, то ли Е, то ли F, не помню точно. А как включить, интересно, эту шкатулку? Чего? Хочешь его позвать сюда? Давай сразу пентаграмму найдем. Он, кстати, он вокруг машины бегает, он тут след еще, кстати. Следы сфоткали? Да. Ты сфоткал? Я сфоткала, да. Так, сюда еще надо теперь дневник. О, я нашла отпечаток. Вот он, прям рука. Все, есть, значит. Надо сфоткать. А подождите, сфоткать его? Есть атака, фотик, чтобы... Атака началась. Пропадет сейчас. Что-то свет заморгал. Фотографировать его пропадает. А у нее и камера... Сфоткать отпечаток. А у меня камеры нету. Блин, я не могу. Давайте атака я... началась! Он смеется. Ой, он рядом! Он рядом, убегает! Меня сожрал. Серьезно? Блин. Сожрал? Так, мне надо трупак сфоткать.
Так, атака закончилась. Ты что, меня киданули одну с призраком? Серьезно? Макс дверь закрывает. Я выбегу. Да, вижу, как Макс, я убью, блин. Это выходи быстрее. Вы что, блин, прикалываетесь? Так, что с ним есть? Девочка, да, какая-то? А почему соль не засчиталась? Что за фигня? Она смеялась, как девочка. Так. Да. Благовоние надо. Улики, короче. Блин, а я эту штуку не кинул. Отпечатки рук отмечайте сразу. МП-шка была? Да, кстати, да. А, нет, МП-шки не было. Я ее, блин, взял с собой. О, отпечатки рук, кстати, фотка засчиталась. Вот так, она здесь. Да, опа, Тань, да? Ты, конечно, следы чекаешь вообще. Ну, блин, ну как получилось? Вообще, там вообще след в кадре не попал. Я не знаю, почему не зафоткалась. МП-4, да? А вот она в гараже до сих пор, кстати. Сейчас я смотрю. Пошли со мной фоткать следы еще раз. Тихо, она со мной рядом где-то. Ой, у меня камера впереди. Тихо! Она рядом. Я прячусь от нее. 4 пока. Он где-то в коридоре ходит, походу. Я смотрю, проекция будет, не будет лазерная. О, все, это убежало. Закончилось, посмотрите. Да, да, закончилось. Я одна не пойду туда, пошли со мной. Подожди. Том в трейлере сидит. Блин, надо это... Я сижу. Я думаю, сейчас что взять туда. Там бы этот еще, конечно. И благовоние надо. Фотографируйте Соню. А сфоткали уже? Да? Да. Я не знаю, я мастер фото. За сетки они меня раздражают. Ой, вот она идет! Пять! Бегите отсюда! Пятерка сработала, да? Да. Куда бежать? Убегай, за мной беги. Что догонит? Она ржет, она за меня ржет, где там, блин? Я говорю, беги отсюда, она идет за тобой прям. Она меня схавала. Да? Ой, я говорю, она прям с тобой ходит. Я вижу, как она тебя убивает, кстати. Тихо. Да, что ты говоришь, а то я не знаю. Так, значит, улики. Запись в блокноте не знаю, отпечатки были. МП-5 было. Лазерный проектор кто-нибудь смотрел, видели? Я смотрел, нет, она не появлялась там. А призрачный огонек видишь? Ой, ёпта. Смотрю сейчас. Это маленькая девочка, да? Да, ну по звукам, да. Не обращайте внимания на это. Это ничего не дает. Так, подожди, опять проектор моргает в гараже. Она здесь опять. Она идет, бегите, пожалуйста. Она идет, он на выход. Тихо. По коридору идет. Тихо. Она смеется. А, да, вот она ходит. Да, в гостиной ходит. Она посмотри, пошла... Посмотри, это призрачный огонек летает там, нет? Свет выключен. Шлясь. Она пошла в этот, в подвал. Так, я смотрю коридор сейчас. Идет наверх. Угорает. Угорает. Надо еще в коридор лазерку поставить. Минусовой температуры же не было, да? Нет. Тройка была максимум. Она исчезла, да? Да. Ой, подожди, ты кто? Нет, тихо. Кто тут на картонах сидит, блин? Закончилась эта атака? Да, да, атака закончилась. Да. Так. Пойду посмотрю. У меня паутина в лице, на лице. Я тоже все паутины. Меня это раздражает. Так, это ты прошел? Да. В этом, в коридоре? Да. Подожди, Сережа, там... вылазь из машины. Мне показалось, как будто я огонек видел. Показался или видел? Посмотри. Показалось. Так, это куда свет? А, это камера. Что с рассудком у меня? Да. Не... Она вылезла. Я знаю. Она в гараже идет. У тебя 2% рассудок. Она за тобой идет. Да, она... поэтому атака у меня будет прячься. Постоянно. Тихо. Чупади. Лучше в толчок куда-нибудь закройся. Тихо, она рядом. Она идет в коридор. Стоит, идет. Я слышу, тихо. У меня рассудок, мне надо. О-о, она мимо тебя ходит, сиди молча. Она уже дверь открыла, я закрыл. А, да? Мимо тебя вот. Прям ходит. Она, короче, мимо коридора шоркает. Она знает, где у кого рассудок херовый, поэтому ходит рядом. Мне сейчас надо зайти таблетки сожрать. Она всё, так исчезла. Да. Нет, 10 еще. Подожди, она исчезла. 10 еще пока. Вон, сиди. Но ее нету здесь. Она в туалете пропала. Нормально. Смылась.
Так, все закончилось, всё? Да. Власть. Опять появится. Она в гараже постоянно появляется. Сейчас, из гаража идет по комнатам, шоркается. Что ты делаешь? Так, вот так вот сделаем. То есть у нас кроме отпечатков рук ничего больше нет, да? И импишка. Есть? Да. Пятерка была. Хорошо. Что там, стать свидетелем паранормального явления, спрыгнуть с жертв при помощи благовония, пока она преследует жертву, определить и прискорбить. Так, ты таблетки сам... выпил? У тебя 1%. Да, самый хреновый, вот мне тут досталось. Так, я хочу еще одну лазерку поставить. И кинуть там этот. 8. А дневник не бросали ведь, да? Нет. Походу записки, нет. Записки в блокноте. Ну надо. Так, давай блокнот возьмем. Ты взял блокнот? Я взял блокнот, да. А, ну ладно, тогда. Возьми благовоние или что там? Да, взял. Будем отпугиваться, что. Так, я одну сейчас спалю, не помню, как это работает. F, просто F. Сначала да. Зажги а, эту. Зажигалку взял? Ничего не надо. Да, зажигалку. Ничего не надо зажигать. Просто она у тебя в руках должна быть? Да, она в руках, а кинуть ее надо в нее. Она опять вырубила свет нам. Так, там поставим, да, в гараже? Блокнот. Да, да, да. На машину прям положи. Ага. И ну, пойдем кстати, посмотрим. Сейчас мы... я благовоние. Блядь. Ой, бегите. Ой, ребята, бегите. Да бегите, она... идем здесь. Уходи, блядь, уходи, уходи, быстрее, 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 быстрее. Она прям за вами. Осторожно, убегайте. Прячьтесь. На дверь садись, нет, закрой дверь, открой дверь. Она меня сожрала, убегай, убегай, убегай. Или ты тоже сожрала? Нет. Да, сиди тут. Ну, перехудрой. Я, кстати, не надо было... дверь не надо, я понял, кинул. Но не спугнул, по-моему, я не успел зажечь ее. Не надо было дверь открывать, закрывать, надо при делать ее, короче, приоткрытой, за нее садиться и головой, короче, в угол вот так упираться. Нет, типа, шансов выжить больше. Ничего себе, лайфхаки подъехали. Я не знал об этом. Буду знать. Потому что мы не умеем играть в эту игру, блин. Ничего, разберемся, научимся. Она свет вырубила, пойду посмотрю. Так, давай я сейчас чекну записки, дневник. Она, короче, каждый раз появляется в гараже, постоянно. Ну, тут это ее место. Потому что здесь это музыкальная шкатулка лежит. Интересно, как ее включить? А вы интересно? Что, в гараже не поставили, что ли? Я не пойму. Камера стоит здесь. Камера а и лазер стоит. Не там поставили. Не там камеру поставили? А как ее ставят обычно? Ну надо на проектор же было ставить ее. Как мы ее увидим в проекторе-то? На бочку ее надо было ставить. Один двойка, все сожру. Не, она на бочке же стоит. А, ее прям надо на лазер? Да не, ее нельзя. Мы же лазерный проектор-то должны видеть. Как мы его так вот увидим? Нет, её а гоню... силуэт видно же обычно. Так силуэт же видно, она бегает, когда мимо. Да. Ты че? Мы раньше так а ловили. Вы видели? Да, мы всегда так смотрим. А. Она прям пробегает, видно. Так, ну точки нет, да, нифига. Сейчас приду. Так, ну значит, благовония ее не напугали. Смотри, короче, отпечатки рук были, МП были. Не напугали разве? Нет, она все равно за мной побежала. Я кинул да. Этот, я под ноги кинул и пробежал. То есть по благовонию пробежал за... И она все равно за мной побежала и сожрала меня. Ну-ка, опа, опять сигналка. А там бесится уже. Да, машина. А ключи у тебя, да? А, это же пофигу, они же на всех работают, нет? О. Так. Посмотрим. Рассудок нормально у тебя. Ну что я хотел посмотреть? А, спугнуть призрака при помощи благовония. Не сработало, кстати. Ловушка. Вы еще сюда прилепили? Звуки постороннего мира. Так, что тут есть что-нибудь в записи? Вода. Бля, надо было воду сфотографировать. Там вода, это еще за это дадут баллы.
На кухню, да, рубил. А где шкатулка-то? Шкатулка стоит в этом гараже. Если это шкатулка. Отпечатков нет. Пока посуду помою. А где ты ее поставил? Кого? Шкатулку эту. Где она? Я ее не брал в руки. А где она? А, вот она, вот. Это она ведь? Или нет? Вот шкатулка. Вот это? В левом ящике, внизу. Внизу в самом. Где? Вот эта странная шкатулка. Это что за шкатулка? Где шкатулка? Шкатулка маленькая такая. А, нет, это вот какая-то коробка тут внизу стоит. Деревянная, но она подозрительно выглядит. Шкатулка-то что? Она как шкатулка маленькая. Угу, понял. Я просто их не видел, обновление вышло, блин. Мы только встречали, короче, этот свечи, этот круг с пентаграммой, который да, поджигать да. надо. Вот это надо было сфоткать. Она страшная, да, девочки? Нет. О, атака началась. Нет, походу. Просто полка какая-то ходит. Телка? Ну, просто она ходит и смеется. Телка Андреевна. Какая так? Меньше время мигает. Пиша обманывает. Так. Тарелки соберу пока. Помоешь. Нет, да, помою сейчас. Суну ложку. Половники, не, половники всякие не берутся. О, ножи есть. Тоже не берется ничего. Кто смеется? М? Кто хихикает? А, радио заработало? Ну, она, походу, появилась. Как будто радио услышал. Здесь тоже можно спрятаться. А радио-то мы не брали. Это ты, Дань? То я. Передо мной стоишь. О, опять сигналка заработала. Я с вилкой в руках, короче, если что, я ее курну. А кто остался живой? Ты или Макс? Я. Макс один остался. Ну понятно, все на басу были первые. Да. Вообще нет, да? Странно. Так чё, блин, какие благовония выкидывать не хочется. А что ты хотел забрать? Сейчас. А, приемник был? Нет, мы его не использовали. Я хотел, но руку мало. Это вода, я думал, блин. Что такое? Так. В подвале чё? Ничего. Выкину фонарик. Тут что? Охота всякие вот... Такая если... лежишь, отдыхаешь. Да. Прикорнул такая. Это не я, это Соня. Так, а подождите, значит, что отметили? Значит, отметили, что МП, пятый уровень, отпечатки рук. Угу. Запись в блокноте не было, вычеркнем, минусовая температура вычеркнем. Ради приемник, призрачный огонек не видели, тоже что ли вычеркнуть его? Так, подожди, отпечатки вот, рук были? А почему я призрачный огонек отметил? Странно. Лазерный проектор, был лазерный проектор? Не видел я ее в лазерном. А кто видел? Никто, я не видел, никто я видел только отпечатки рук. Так, горе, кто она подходит вблизи лазерного проекта, его присутствие может заметить только при наблюдении через видеокамеру. Особенность горе будет прятаться от камеры, если рядом кто-то есть. Слабое горе, редко уходит далеко от своего места смерти. Да. Ну, не подходит не так-то, по идее. Лазерный... Он из гаража не уходит. Дай посмотрим лазерный проект. А, свет. Блин, свет. Как ее? Мария Гарсия. Мария Гарсия. Таня, ты где? В гараже. Мне просто интересно, ты увидишь вилку в моих руках или нет? Я хожу с вилкой в руках. Я готов пырнуть кого-то. Мария Гарсия. Мария Гарсия. Дай знак. Господь, Господь. Тихо. Мария Гарсия, дай знак. Мария Гарсия, дай знак. Дай знак. Мария Гарсия, сколько тебе лет? Мария Гарсия. Мария Гарсия. Тупо драная. Тупо драная. Как выскочить?
А так и бывает, кстати. Мария Гарсия. Но она же женщина. Мария Гарсия, ты хочешь меня убить? Походу уже не я хочешь. Я думал, что хочешь меня. Мария Гарсия. Мария Гарсия. О, появилось что-то. Мария Гарсия, дай знак. О, атака. Макс, беги. Она появилась возле тачки, идет за тобой. Да. Беги в другую сторону, обратно. Она идет за тобой. Ей пофигу на твою траву жженую. Блять. Она мимо прошла, она в комнате. Не, она зашла, дверь открыла. Так, она здесь. Она какая-то дурная, она ходит по коридору, туда-сюда, по комнате. Ой, ну это такой страшный, пипец. Все пропало в коридоре. Короче, не было лазерной проекции. Нифига не сработало. Откуда ты знаешь, как ты увидишь, если ты мертвый? Жопой чуть. Ты же не сможешь определить. Да, ну Басики сам первый сдох. Ты видишь на вилку? Не видишь. Ладно. Нет, не вижу. Почему я ее не отпугнул-то? Не, вижу, вижу. Подожди, а есть ли описание призраков, такие призраки, которым пофигу на благовоние? Ты же знаешь, что тут не всегда срабатывает, так как написано. Угу. Блин, а ни призрачного огонька не видно. Ни ее не видно. Я боюсь, что это не горю. Мало как-то всего. Угу. Ковать в следующий раз пробовать или нахуй выбираем горю и уезжаем. Кого выбираем? Горю. Ну не знаю, у меня вот я записи в блокноте я вычеркнул, потому что их не было. Минусовой температуры нет. Призрачный огонек нет. Лазерный проектор тоже нет. Радиоприемник. Она, кстати. Ну, если она лазерный весело проект... получается. А, горю туда вообще исчезает. Вот именно. А ну подожди, абака, что такое абаки? Это животное вроде какое-то он там. Странный оборот, способный принимать саморазвитие формы. Они иногда принимают человекоподобное обличие, чтобы привлечь свою добычу. Особенности редко оставлять следы. Это не абаки. Иногда этот призрак меняет обличие. Да, это не он. А горю, что там? Вот Горю редко уходит далеко от своего места. Она постоянно появляется возле машины. Всегда. Всегда, когда так, она всегда в гараже появляется. Мне кажется, это Горю. Ну, не факт. Ну, судя по нашему. Ну, тут даже бассейн есть. Прикол. Который закрыт. Ну, не знаю. Лазерный проектор тоже вычеркнуть, радиоприемника оставить, вообще все пропадает, ничего. Радиоприемник, получается, она сработала, да? Или, а, она ничего не отвечала, по-моему, да? Угу. Орел, короче, больше мне чуть не хочется туда идти. Так, нет, не могу ее... Попробовать еще раз, что ли, ее... Позвать? Нет, ее не отпугивает этот... Вот, спугнуть призрака помощи благовония опять не сработало. Как будто баг какой-то. Еще раз. Ну, блин, игра не до конца доработанная. Будет... А вот здесь камера есть, нет? Где именно? В коридоре, где комната с этим, с компом, да, с телевизором, да. Нет. Есть там нет, камера, я оставил. Где? Одна камера на коридор прямо идет на дверь входную, а вторая камера в сторону кухни смотрит. Всё, она мне сейчас съёбнет. Вот возле телевизора камера, да. Опять атака, беги. В комнату беги. Он убегает уже. Я пытаюсь задымить. Но все, не получилось. Че, убил тебя? Нет. Я ее не вижу. Я тоже ее не вижу. Я не видел, чтобы она появлялась с гаража. Ну это наша фейковая атака была. Манула. Да, дверь не закрылась. Фейковая атака была. Короче, это горю, я выбираю и сваливаем. Да, давай угу. Тоже поставлю. Погнали сюда дальше. Горю.
Сейчас спугнул? Не спугнул. Определить ли призрак? Да блин, мы уже третью эту... Когда она за нами гонится, третье благовоние юзаем, и нифига не срабатывает. Да, ей пофигу, она идет. Да мало того, она идет, задание не засчитывается, типа вспугнуть жертву. Ой, призрак. Угу. Жертву, блин. Не, ну если это задание есть, то она, по идее, должна засчитываться, или не факт? Да, должно, конечно. 135. Итоги. Мюллинг. У нас даже такого не было, блин, в этих. Там, короче, записки в блокноте, знаешь, должны были быть, чтобы мюллинг. Да, а я... А надо было сказать, напиши в блокноте, мы же не говорили, вот она и написала. Уверена? Ну там же нужно говорить, типа, напиши в блокноте, там же всегда так делается, разве нет? Не знаю, я так не делал. Ну просто вот мы сколько делаем... Записи. Да, а у нас просто появлялись записи. Да, она иногда сама начинает прям черкать. Это, я не знаю, это багнутая игра, тут фиг поймешь, что и как. Ну, периодически, да, бывает. Что, второй домик? Угу. Сложность профессионал. Блин, я ничего не купил, я забыл. Зачем? Я все закинул. Надо на штатив лучше ставить камеры, лучше видно. Ок. Прям чуть подальше вот это проектора. Угу. Хотя да, бывают иногда призраки, которые ползают. О боже, не напоминай. Это самый страшный призрак, наверное, из всех. Да, ты знаешь, они как-то вот то, что вот это ползает, ходит, как-то они, по-моему, все одинаковые, а название у всех разное. Не, просто потому, что выглядит стрёмно. Так, ну, я возьму фонарик, возьму. Так, возьму. Что тут у нас? Фоткать, прибежать, Шерма, и МПшка. Да, фотоаппарат. Ой, я больше не буду фотики брать, я криворукая. Не всё, буду фоткать. Взял. Вот эту штуку еще камеры возьмите на головах, на голову, которая цепляется. А что по заданию? МПшка сбежать и сфоткать. Сфотографировать призрака. А и доказать присутствие ими. Давайте тогда повесим все эти шняги. Черные, это что у нас? Вот это. А, подожди, это лучше нет. Сначала надо узнать, где. Да? Да, ну ладно. Ну вот возьми, будешь отпечатки чекать. Что взять? Отпечатки чекать. Или кто это? Соня взяла фонарик. А разве отпечатки не чекают, когда после атаки там, а, нет? Подожди, я его куда два. Да, после атаки тоже можно посмотреть. Я не знаю. Так, а что, свет есть уже? Можно соль насыпать. Что еще можно сделать? Печки поставить. Камеру поставить. Так, пока в подвал не пойду. Блин, вы все так разбежались, капец. Я на второй поставил камеру. Коридор дальний. Свет. Так, а почему я не могу взять кость? Возьмите кто-нибудь. А, все, взял. Так, здесь 8 градусов. Да. Так, я пошел. Еще за дубками. Не вижу. 15 градусов. Так, сейчас я импишку возьму и еще одну камеру поставлю. 6 градусов в гараже. Да? Это повышается. 8 градусов. 10 градусов. Так. В ту сторону надо. Так, ты в гараже, да? Я. Что, не открывается все? Тут свечу поставил. Я поставила свечки, вдруг путь задувать. Угу. Значит, так надо свечи ставить там, где она. Не, просто не, они так задувают, бегают по хате. Так, короче, я не знаю, я не могу найти здесь. А ну, где? Наверное, в подвале. А где этот? Пойдем в подвал, чекнем. Надо этот свет включить. Да, 13. Пошли вниз, в подвал. Так, этот а где подвал вообще у нас? Так, тут два шкафа.
Что за подвал? Из чего надо прятаться? 10 градусов. Блин, а где я? Я не могу найти генератор. Вот он. Я включил. 13 градусов, 12. Тут ничего нет. Мы долго ищем. Так-то. Угу. Молодцы. В подвале еще или вышел? Я в подвале еще. А вы камеры ставили уже? Да, я 3 камеры поставил. Да рано еще доставить. 11. У нас еще второй этаж, не забываем. А, еще второй этаж есть? Да. Выкинуть. А как на второй подняться? А, прямо на коридоре. Могут свет не включать, чтобы пробки не выбило. Ага. А, все, вижу. Ой. 9 градусов. Свет не пробил. А, это я выключил. О, вот здесь. 2,08. Минус. Минусовая температура. Отмечаем, здесь как раз здесь соль. Так. Отмечаем, что есть минусовая температура. Угу. Минус 9. Она здесь. Здесь ставьте, короче, этот... На втором этаже. Где она? На втором? Там камера стоит. Она прям в коридоре. Она, наверное, коридор... А, стоп, подождите. Здесь нету. Так, сейчас я туда, короче... А, минус 4! Она вот здесь... Не видишь это? Я не пойму. Так ты же говорил, минус 9, минус 4. Не, минус 0,8 было, а сейчас минус 4. 20 градусов. Так, не понял, а где? Вот, да, она вот здесь, она в ванной должна быть. Здесь минусовая прям температура. Ванна дальняя самая? Пусть будет вот этот. Да, вот где я, только не понял, плюс, минус, плюс 20 теперь. Да, ты прям рядом с ней, у тебя 45 уже процентов. Не пойму, да, минус 7. Прямо стою здесь, короче, меняется температура. Угу. Так. Ванна это у нас на втором этаже, да? Или где? Да, лазерный проектор. Дневник. Блин, туда бы еще камеру. Здесь минус 7, подождите. Пошли со мной наверх. Минус 5. Идем. Она, все, я нашел. Блин. Она закрыла дверь, да? Атака началась. Сейчас она меня въебет. А я не знаю даже, куда прятаться. Он на втором этаже. Так, за дверь. Справа есть комната, есть можно там закрыться. Маленькая такая. Тихо-тихо. У меня начинает подозрение, что это близнецы. О, она на камере все. Прошла, я вижу. Я вижу его на камеру. Она меня съела. Да? Да, он меня нашел. Ну, я случайно хоть это... Этот как его щелкнул. Короче... Комната. Сейчас я расскажу, где. На втором этаже. Проектор туда ставьте. Ты говоришь, что на втором, но на первом тоже мигало. Может, это реально близнецы? Это то, что мигало, это ерунда. Короче, вот где вы камеру поставили, угу. Это спальня. Поставьте угу. Спальни проектор. Угу. И камеру поверните. По центру поставьте. Он здесь, он даже вышел отсюда. Угу. Лёш, ты, бля, вот, и, кстати, сейчас бы вам желательно пойти, и даже вот где вот я был, дверь, это быстрее чекать двери на отпечатки пальцев, потому что они пропадают. Да. Угу. Пойдем, зайдем вместе. Где ты умер? Вот я слева. Возьму эту фигню. Слева. Нет, нет, не прям слева, вот сюда. Да? Здесь, да, вот здесь он лежит, вот он. Вот сюда, направо, ой, налево, развернись. Где? Вот здесь. Тут ничего нету. Дверь пустая. Дверь, да, отпечатков нету. Ладно, пойдем поставим эти. Камеру надо туда еще. Дверь ходить, отпечатки. Здесь он не наступил. Он, наверное, сквозь стены ходит. Соль бесполезна. Он летает, может быть? Может да не шел. Вот здесь доставьте прям. Я поближе камера, кину. Наверное, не увидит. Или камеру передвиньте сюда. А, ты уже положил? Ну ладно. Свечку здесь поставить. А МП было сколько? Ой, а вот тут что такое зелёненькое? Блокнотик еще положите сюда. Положили блокнот. Куда еще класть? Там два просто лежат. Блокнот, я вам скажу, есть тут записи или не будут, или не будут. Куда еще блокнот положить? Один лежит в комнате. Так все, пусть там лежит. Мы вышли, край, кстати. Там одна осталась? Да, блин, я потерялась немножко. Спускайся вниз. Всё, это атака.
Нет, нет, дверь открыта, это не атака. Это ложная атака. Он просто рядом где-то с тобой ходит. Я в толчке, но мне страшно. Я не выйду. Вы заберите меня отсюда. Сейчас кто-нибудь. Я приду. В толчке не прячься. Не спрячусь? Смотри, прятаться надо, знаешь, как в толчке. Так вот в комнатах он тебя найдет. Либо, короче, заходить в комнату. Запомни, какая-нибудь одна комната. Не комната, а шкаф, какой-нибудь ящик. Выходи. Я тебе скажу, какой открытый. Куда идти? Я не помню, блин. Все, он идет. Идет? Нет, нет, ноль. Выходи, выходи, выходи на меня. Да вы мне скажите, куда идти-то, вот, я все, не все. Знаю. Зайди обратно, блядь. Ты уже все. А, вот сюда в шкаф заходи, вот сюда в шкаф. Ну, сейчас ты умрешь, сейчас ты умрешь. Быстрее в шкаф, вот на... заходи в шкаф быстрее, пока его нет. А где он? Не бу... Вот, проходи вперед, вперед проходи, и вот слева тебе, да. И дверь закрывай, присаживайся, все выключай. Присядь. Все выключи, вот. И сиди, и смотри на дверь, если будет открываться, сразу закрывай ее. Бляха. У меня сейчас инсульт случится. Не ссы, конечно. Ну, ты просто нажимаешь и тебя... Не включай ничего, выключи все нахрен. И фонарик тоже выключи, он тебя увидит. У меня выключен. У тебя на плече он включенный. А на плече он, я не знаю, как его выключить. Крути колесиком, пока в руку он не упадет. Все, проверь, чтобы все было выключено. Я просто вижу тебя на плече фонарик. А, о, а минусовать, ты паром дышишь. Ну да, все, сиди так. Мне жопа, короче. Так, подожди, минусовая нет, же была. Нет, да? У меня не было жопы, да, конечно. Вы что, меня укинули, блин, на дно страшного там было? Сиди, сиди, сиди. Смотрите этот проектор. Кто-нибудь, он здесь будет ходить. Я смотрю. Здесь рядом где-то. Сейчас скажу по записям. Записи не было. Ну, где-то здесь рядом. А где Эмми? Сколько? Там где-то валяется. Четыре. Подожди, четыре. Пока не было. Пятерка не стреляла, значит. Все, это забыл вроде. Ну, закончилось же, да? Да. Да, ноль. Я видел заберите его на камеру. Заберите меня из сраного шкафа, бля! Сейчас, сейчас. Открывай. Печку задули. Значит, ему не но нравится надо тепло? Фотографировать это. Че фотографируешь? Он свечу задул? Да. Где я вот не эти... могу. Дверь тут закрыть. Так, что мне еще взять-то, блин, я не знаю. Так, отпечатки ног это на столе есть. Ага, тоже сфоткайте. Отпечатки рук не находили, да? Да, я не понял, Эми было 5 все-таки или 4? 4 я уже увидел, а может... Ну ладно, еще увидим. Ты что, так и будешь здесь сидеть? Привет, ну ты меня проводи будет. Хотя бы, куда выйти-то? Я же не шарю, блядь. Иди на меня. А, во, я нашла в руку. Ааа, заберите меня отсюда, я не хочу. У тебя же фотоаппарат есть, фотографируй следы. Я не хочу здесь оставаться, блядь. Сейчас я сфоткаю. А чё вот эта шляга, она не тушится, что ли, я так поняла? Брось её где-нибудь. Ааа, дверь кто закрыл? Всё, атака началась. Блин, дверь закрытая? Быстрее заходи сюда. Да кто дверь закрыл-то, ёпта, выпусти меня. Закрывай дверь. Не, вот это вы зря так в комнате. В комнате он увидит. Найдет. Опа-на, он пошел. Он убил кого-то. Кого? А? Тут рядом со мной это умер. Это Соня, наверное. Вы чё, блин, делаете? Сонь, тебя убили. Чё там, закончилась атака, нет? Нет, еще. Ну, она сейчас тоже сожрет, походу. Ну, Баси. Закрыть монитор. И поэтому я не успела спрятаться. У меня просто сестра маленькая сидела, не хотела, чтобы она испугалась. А-а-а. Я хочу уйти отсюда, мне страшно. Заходить обратно. Идите наверх, фоткайте следы и фоткайте. Блин, возьмите еще один Эми, киньте его внизу, я буду смотреть. Кого кинуть? Эми. Киньте его где-нибудь здесь по центру, возле двери. Когда он будет ходить здесь, если вдруг. Вот где-нибудь на ковре его киньте. Сейчас я заберу. Эми. Тут крест лежит. Все накидано. Ой. Все накидано. Лол, у меня 0% таблетки. Угу. Так, а у меня что там? 3%. Тоже надо бахнуть. Вы напугали деда. О боже.
Так а чё у нас? Ничего нету там. Да мы же вроде сбежали от призрака, почему он не засчитался? Пока он охотится. Кстати, да. Так он же охотился. Или надо типа прям убегать от него? Подождите, а вот как, какого призрака видно на камеру? Горё ведь нет? А, ну там минусовая температура. Подождите, еще мало, вы не нашли. Записи блокнота не видно было. Отпечатки рук вы не нашли. Вы же бегаете столько, надо искать. Так, ну, отпечатков я не видела. Так, Эми я беру. На камере. Кто-нибудь один останется, на камере ходите. Эми было пока только 4. Может, и было 5, но я поздно подошел и присел. Я увидеть. Постою на камере, я все равно сдохну. А ты не увидишь. Да, там. Только ты не сможешь щелкать. Да? Да. Не сможешь. Не, на камере это значит сидеть в этом фургоне и смотреть на это... Я на проектор. Надо же увидеть его. Mm-hmm. На призрачный огонек посмотреть, лазерный проектор. Что тут вообще ничего не видно? Пока у нас только вот минусовая температура и все. Из этого у нас здесь 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 призраков. Которые на минусовую температуру. Так, где еще камера? Ага. Так, что надо-то еще нам сделать? Так, это что у нас, коридор? Непонятно. Надо сфотографировать, вот чтобы это деньги комната. Были. Следы фотографировали? Вот это комната? Я сфоткал следы. Это комната, да, вот это вот проектор. Тут что-то огоньков не видно, да? Вы в машине смотрите? Нет, нет. Из машины надо смотреть, как вы хотите. Я в машине, нет, я она, смотрю да, на да, камеру. Она в машине смотрит. Сейчас я много хочу еще в коридор поставить камеру. На второй этаж. Там активный, кстати. Да? Наполовину. Слушайте, а вот... Да так, просто кружку видел на полу. Интересно, ее фоткать надо, нет? Там, что кстати, раз? На втором этаже... Ой. А, это ты. Что там на втором? Там на втором этаже не видел, там не написал он ничего, где эта кровать. Там же лежит дневник. Нет, что он не записал? Что там по этому? По атаке? Ничего, ноль. Ноль активность, ничего нет. А чё блокнот просто бросили здесь, не открыли? Атака началась, да? Да. Моргает. Вышел из... Он идет. Это какой-то дед с ковшом. Дед с ковшом? Да, он ходит, короче, он с каким-то ковшом. Так, сколько? На камерах... О, что-то светится. А, нет, это... Нет, сейчас нету на имя. Не было. Это не с ковшом, дед с тесаком. Фотографировать призрак. Он тебя сожрал? Да, да, да. Да вы гоньте, я одна не пойду туда. Не ходи. Да не бойся. Да ты чё, блин, не бойся. Да, призрака сфотографировали. Всё, ништяк, значит, ты не понял. Отлично. Да, нет. Похож тело. На деда с ковшом каким-то. Не, у него тесак в руке, это тесак. Мясник. Думаешь, я просто спины его с ковшом увидел, он из спальни выходил. Да, вон видно его призрак, две фотки. Я вообще на фотке только черное пятно вижу, и все. Так, это призрак типа? Температура. Призраки, ну да, да, там же этот. Демон. Что демон делает? Демон. Что это? Ну, он, кстати, агрессивный. Дальше всех остальных видов. Слабость демона тратит меньше вашего рассудка при использовании проклятых предметов. А с рассудком, кстати, как было? Рассудок сильно уходил? Быстро падал. Я пришла с нулем, когда демон, он демон меня ловил. Тогда это, он меньше всех рассудка. Разве? Демон. Он вроде всегда больше тратил, нет? Слабость нет. Демона тратит меньше всего вашего рассудка при использовании проклятых предметов. При использовании. Что ведь? Так.
Ревенант. Это, наверное, не ревенант, вряд ли. Типа, пока мы прячемся, он будет медленно передвигаться, но... Подожди, а у тебя минусовая температура в двух комнатах же сработала, разве нет? И что? И комната, он в основном появляется именно там. Пока вы прячетесь, ревенант, он будет... Посмотри призрачные огоньки и на это. Я уже лазила, я не вижу призрачных огоньков. А ты видел его раньше? Да, да, знаю. Это видел. Может. Просто мне интересно то, что... Ты же сначала в одной комнате заметил минусовую температуру, потом в другой. У меня опять или нет? Просто мне кажется, что... Ой, это кто стоит на камере? А, или это я вижу только? Это Макс там, походу, стоит. Я на камере никого не вижу. Это я, значит, вижу призрак. Так, ты ладно, стоишь пойду. В машине, что ли? Нет, нет. Да, я за тобой стоял. Дышал тебе на ушко. Не, на камере вообще ничего нет. Вообще ничего. Только если вот так посмотрю. А радио кто включил? Это он. Так, значит, взаимодействует с окружающей средой, да? Радио на первом или втором? На первом, да? На первом. Так, а у близнецов что? МП-шка пятая должна сработать. И радиоприемник. Ну, с радио они взаимодействовали. Где радио-то вообще находится? Ну, отпечатков не было. Я ходила. Кстати, я отойду ненадолго. Палка с пистолетом ходила, отпечатков не видела. После атаки. Или радио на втором, я понять не могу. На втором, по-моему, нет, там на втором есть. А мы свечки ставили, он же затухал, да? Угу. Ну они... Блин, нет. Это он? Не знаю, на близнецов похоже. Да, я вот и говорю, что похоже на близнецов. А мимик? Вот картина упала здесь, на втором лежит картина. Кстати, блин, я хочу... Но я туда не пойду, мне страшно. Ну, ты спрятаться не сможешь, мне так кажется. Ну, я в прошлый раз же спряталась, но у меня вообще не в кайф туда идти одной. Я все-таки склоняюсь к тому, что это близнецы. Ну, это тоже не показатель, но если она не хочет идти, давайте выберем близнецы и закрывай, уезжай. А у близнецов, подожди. А у близнецов МП 5 уровня. А, ну просто, может, мы не увидели во время атаки. Такое тоже возможно. И, кстати, бывало, что... Да. Я смотрел, не было. Нет, 4. Бывало, знаешь, как мы вот когда играли, то есть там атака первая, вторая, там всегда 3-4, 3-4. А потом под пятерку бывало это. Когда прям на него наводишь, тыкаешь призрак этим прибором. И тогда срабатывало на 5. Чё, кого выбрали? Я близнецов поставил. Не знаю, я склоняюсь к тому, что это близнецы. Давай тогда закрывай, поехали. Да, все выбрали. Так, Соня отошла. Соня отошла, но не знаю. Пришла. А, всё, возьми близнецов, выберем. Не факт, конечно. Где кажется, они? Опять левый какой-то будет. Где они? Близнецы остались. Это мимик. А, еще и серьезно? Мимик, да. Его вообще не было вроде, кстати, да, в этом выборе? Мимик это был, вообще... Был? После близнецов прям. Запутанный хрен. Он копирует повадки других. Так, в какую карту пойдем? Ой, ну, блин, знаешь, вот почему мы здесь погибли? Потому что я вот дома не знал.
Не знал, куда спрятаться, чисто из-за этого. Угу. Так, а куда пойдем? Надо как-то изучить дом. Я на первой карте всегда играл. Давай первый. Я пытался понять. На какой? На первый? Ну, да, ну она уже надоела на самом деле. Нет, давай не первый, не надо, не выбирай первого, давай что-нибудь другое. Большой давай... слишком дом не бери, большой слишком не бери. Может чуть-чуть побольше первого, подожди, но не подожди, большой. Может палатки? Вот, палатки вот. Знаешь? Я нашел. Нет, палатки, она лаганная. Кажется. А, она лагает, да, нет, нет, так, палатки не вроде, надо. Вроде вот этот... Помнишь, там деревянный дом еще был? Нет, не деревянный, а кирпичный такой небольшой. Вот я вроде... Который новый и недавнишний, да? Ну да. Мы же да, его да. тоже не знаем, мы же его тоже не знаем, этот дом. Но он небольшой, там, в принципе, несложно. Небольшой, но мы на нем играли два раза всего. Там тоже вещи без... Подожди, а что тогда можно поставить? Тюрьму не хочу. Ну, ладно, тихушку нет, тоже. Тюрьма страшная. Вот. Тихушка тоже стрёмная. А, ты вот, играл в тихушке, Макс? Вот, короче, домик небольшой тоже. Мы его, в принципе, должны знать. Ставьте готов это... и начинаем. Ну, если уж первую карту не хотите. Ну, она слишком уже такая. Заезженная. Сонь, ты на камере, а оставайся лучше в этом... Ну да, просто будешь смотреть гараже. И курсировать. Да. Там огонечек, если увидишь, такой летающий, знаешь. В темноте будет именно. Когда мы расположим. Сейчас я тебе объясню, как. Гарри Поттера смотрели? А что со своим Гарри Поттером? Ну там, когда Дементор высосал душ, там такой огонечек. Не смотрела Гарри Поттер? Я не смотрел, Мара. Ну ты ваш. Не, начинала как-то раз, но мне не нравится. Да. Ну, у каждого свои предпочтения. Соня, ну там, знаешь, там будет такая маленькая точечка витать, типа, как, знаешь, этот мотылёк, не мотылёк. Да, такой. Я поняла. Нет, а как листать? Вот что-то я не разобралась здесь. Что листать? Листать на мышку. Но это не сейчас. На мышку сейчас... нажимаешь, да? Да, это... А чтобы надеюсь... включить ночное видение, на вперед клавишу там тоже на нее нажимаешь. Ну, лучше без ночного оставляй. Мы поставим, мы смотрим, сейчас найдем комнату, поставим проектор. Сейчас вот я возьму проектор, раз. И что это за кошмар? Так, я и импишку возьму, и фотик. Так, у нас что? Я уже взял. А, взял распятие я? Благовоние. О, не я возьму крест. Возьмите фотик. Так. Так, я буду фотографировать и юмпу возьму. Зажечь благовоние. Возлеплю, остановить призрак при помощи распятия. Распятие кто-нибудь возьмите. Я взяла. Таня любит это дело. Помоги. Так. А, ну тут два задания с благовонием сразу. Вот эти оденьте штуки, чтобы она тоже могла видеть, переключаться. Ключи взяли? А, поняла, чужой дом. Тут тоже хрен знает, куда прятаться. А, это новый я включил. Блин, я другой хотел. Ну ладно. Блин, это дом с тремя этажами, что-то такое, да? Первый этаж, второй и подвал. Ну, три этажа якобы. Ну да. Но он маленький сам по себе. Нифига, он не маленький. Здесь температура до сих. Это где ползающая шняга в прошлый раз была, страшная такая. Девочка пела, которая мы думали, что это банши, а оказалось, что это не банши. Вот приоткрыта дверь. Пойду-ка я посижу на толчке. Нет, там тепло. Блин, кто нажал на слип? Пугайте меня. Ты же там пользовалась туалетом. За собой надо. Давайте найдем. Вечки. Не так жутко здесь. Опа, тройка. Подожди. Не беги. Это так вот ерунда. Так, 3 блин, градуса. Не пугайтесь, страшно, блин. Подожди, UMP пока на 3 сработало. Да может, камеры хотя бы поставим? Нет? Ну, так что да, желательно. Ну, видишь, значит... Я возьму камеру, поставлю в коридоре ее вот эту. Погодите. Вот. Погодите, не кричите. Дайте понять. А где? А где у нас... Не могу понять, где у нас... Генератор, возможно, в подвале. Блин. Да. Так, ну здесь температура. Скорее всего, в подвале. Пойдемте смотреть. Потому что где-то вот здесь температура вот падала. Да. Может, наверху. Так, мне здесь плюс. Чего мне не ставится? Так, куда-нибудь спрятаться можно. Опа, я кость вижу. Фоткой. Там где-то где здесь генератор. Сонь, должен... посмотри, нормально камеру поставила, которая фоткой в коридоре? Я... Ну-ка дальше настай. Сейчас генератор. Подожди, была перед этим. Дальше. Еще листай. Плюсовая температура везде. Еще листай. Да.
Еще, еще. Здесь нет смысла находиться. Это моя дальше. Вот. Ну, вроде норм. Если огонь будет. Над нами, слышишь, ходит. Да это просто скрипят полы. Где-то вот здесь постоянно температура около 6 и ниже. Может, вот у меня EMP вообще здесь заработало, вот в этом коридоре. Правильно, потому что это может второй этаж быть. Вот здесь 7 градусов. А это холодильник, что ли? Так, пойдем второй этаж искать. Закройте подвал нахрен. Кто дверь закрыл? Я закрыл. Давайте вместе идем на второй, да? Да. Идем. Я с крестом. Если мы еще его куда-нибудь. Вот, приоткрылась дверь. Попугайчики! Попугайчики! На фотке. Ага. Дом что закричал? Так, тут приоткрытая дверь была в детстве. Я карту Тара нашел. Да? По-моему, да. Че нашел? Карты Таро. А и тоже, да? Их как-то юзать можно. 4 градуса. Кто поднялась? Подожди, а ты где? Падает температура 3, 5, подожди, 6, 7, плюсовая, 8, 7, 7,5. Надо вонючку с собой. То есть, если благовоние брать, то свечки не обязательно... Ой, не свечку, а эту фигню, да? Которая зажигается. То дверь захлопнула опять. Я закрыл. Так, сюда спрятаться может быть при случае? Можно, оставим. На втором? 21. Да. 22. Так, здесь что? Тут тоже спальня. Тут нет ничего, чтобы сходить. Журнальчики. Тут как вот туалет, включит. Где можно заныкаться. Блин, сколько же здесь дверей, а? Да, я и говорю, дом сложный. Теряешься. Пойду-ка я возьму свечку, поставлю, и соль. Вдруг она наступит. Блин. Что это такое? Я не понимаю, вот такая ловушка. Что-то дверей-то много. Да, двери тут до хрена. Сейчас, секундочку. Сонь, когда подниматься будет активность, предупреждаю, ладно? Какой-то кстати, вы вдвоем прям рядом с ним где-то были, походу. Да? У вас 40, по 40% уже. 17. Так, здесь есть что-то? Тут два шкафа. Вот. Вы на втором? Да. Шоркайте, блин. Я боюсь. Тоже одна ходить. Так, а ты идёт как что-то? Я его... Активность рай... поднялась. Твою мать. Сильно поднялась? Угу. Я, короче, на лестнице, ребят, где-то его увидел. Ну, температура. А куда... А, вот. Чё мигает, блядь? Страшно. Здесь, короче, вот здесь вот. Где-то здесь. Так, ну я ему туда скидываю. Он какой-то коридорный, походу. А что это такое валяется? Смотрите, это он кинул, да, фотку? Да. Мы сами надо сфоткать, мне надо сфоткать. Давайте здесь поставим. Сейчас. Я сфоткаю. Ну, минусовая фотку? Температура не идет. А как карту Таро юзать? А ты взял их, что ли? Да. Не юзды пока. Он побежит, будет убивать. Если тебя убить, сейчас звонит смерть, он убивает нас. А я не смог их взять, а как ты их взял? А у меня просто этот, я слот скинул, и МП-шку, и у меня слот дверь. Да. Так, нет, в подвале его нет. Еще вот здесь, он на аркаре. Блин, ты что пугаешь, зараза, блин? Я случайно... Не карту... надо так делать. Я карту вытащил случайно. И что на ней было? А, я не успел посмотреть. Там какой-то кружочек со звездой. Я из дома вышел, и она пропала. А потому что нельзя из дома выходить. Угу. Это знаешь, как можно? Смотри, сейчас мы, подожди, найдем комнату, куда спрятаться можно. В туалете на втором этаже можно заныкаться. Опа, и импишка сработала в коридоре. Вот она лежит под ногами у тебя. Это мигает. Так, а где здесь? Стоим там в коридоре такие. Я в куку.
Я тоже очко. А, я их выкинул. Делаешь, блин. Куда ты их выкинул? Нет, все, я взял. А может быть, знаешь, как можно попробовать в комнате вызвать, а в толчке заныкаться, дверь держать, нет? Так не прокатит? Нет, он зайдет. Блин. Это надо... Он где-то здесь, зараза. Тогда да, нужно... Я думаю, что а, знаете, как можно попробовать? Вызывать в коридоре и быстренько убегать в этот, на улицу. Угу. Не? Иди просто сюда, дать короче. Него какой-то путь отхождения, чтобы он тебя не сожрал. Че, на второй этаж? Да, сейчас подожди, я гляну, что у нас там... По уликам Минцова нет, а МПшка. МПшку надо еще одну взять. Кладенный проектор, что-то беру, призрачный гонит. Блокнот, сейчас так. Не видела никаких светящихся фонарей? Так, здесь скину. Это надо в темноте смотреть. Так. А что у нас по рассудку? У вас вообще 20... Макс, ты рядом с ним где-то шоркался. Ой, 18%. Ну, Савы что-нибудь? Таблетос. Карта, кстати, а, такая не разукрашенная, забавная. Взять. Покажи. Вон они в руках у меня, видишь, как они выглядят? Вот эту штуку возьму. У тебя пустая рука. А, нет. Сейчас, подожди, я скину, пойду. Ё-моё, ну-ка, подожди, стой так, сиди так, да сиди! Блин, опусти руку, не вижу нифига. Подними чуть-чуть. О, стой. Пипец, они жуткие. Сейчас фотку. Там как будто очень много лиц. Там, да, эти, типа... Подожди, кто ходит? Клоунские. По датчику движения кто-то прошел. Это я. А, это ты прошел. Ты сфоткать хотела? Я сфоткала. А, уже сфоткала. Сейчас поставлю датчики, чтобы он... Так, а выглядит стрёмно. Понимали, где да. он прошел. Опа, а что, свет выключен? Опа, пикает. Пикает что-то? Нет, это кто-то это. Ничего не... Это датчики движения я поставил. Угу. Так, она там что, с распятием надо? Да, я... у меня есть распятие. Я могу зайти, но мне страшно. Кинь его прямо где это. Сюда? А, возле двери где-нибудь. Возле двери где-нибудь кинь. О. А второй взять, да? Или чё? Не, Таро ставь. Не, второе. Нет, Таро я в руках держу. Я их заюзаю. Сейчас мы заюзаем. Надо, короче, юзать в коридоре и быстро валить назад. Вот так вот. Сейчас пока на дверь не закрыл. Кину. Подождите. Кину тоже на всякий случай. Возьму вот этот фонарик. А еще вонючку сюда скинуть, когда она будет появляться. Да. Вот... Кстати, да, надо всё. Попробовать. А их можно пойдём один раз юзать? Таро, бери и пойдем. По камере хорошо видно. Не, мне кажется, не очень. Она Сонь, по камере как? Она как-то сейчас. Смотрит. О, мне не видно. Мне видно только вот стены и тебя. Да, она больше повернута на этот. Её на лестницу. Сейчас чуть-чуть его... назад надо ее отодвинуть. А как ее взять? А, во, сейчас поставим. Ты куда ее потащил? Чтобы было видно. Мы кидали тут всякого говна в коридоре. Охотники, блин. Че я поставить не могу, блин? На колесико просто крутани. А, во. Нормально видно? Так ты поставил-то непонятно куда вообще? Нет, он на проекцию поставил. Да, чтобы было видно, что здесь стены появится. Проем, пол, дверь и чуть-чуть лестница. Он будет вот здесь ходить, его должны увидеть. Не, нормально, в принципе, нормально стоит, нормально, сойдет. Так, будет чё, видно. Где будем мы с тобой вызывать его? А, сейчас скажу, вот заберу эту штуку. Здесь и вызывать, прям в коридоре. А, нет, можно... ты что, прикалываешься, что ли? Нафиг надо, пошли. А как? Он сейчас будет суетиться, бегать, и уйдите только все в машину. Смотрите камеру. А, потому что свет там выключен. И здесь свет выключен. Мы в один шкаф камеру. Спрячемся, что ли? Нет, нет, камеру. Да, мы в один шкаф сейчас сядем. Так. Где здесь свет выключается? Так. Чтобы было видно просто. А как в коридоре выключить? А, вот. Так вон там, да. Во. О, пошли, короче, прячемся. Это датчик движения. Только свет выключи. А. Вот, садись, дверь закрывай. Все, вызывай. Свет у тебя выключен, да? Да, да, я выключил. Так, я... А что ты открыл-то вот. Дверь? Я так. Закрыл. Открой. Нет. Вот. Че, все готов? Давай, листай. Так, мы смотрим. А вы, да, смотрите на активность, все дела. Что у тебя выпало? А, звезда, потом вот какая-то Джокер. Дальше. Еще какая-то, одна карта. Еще какая-то баба Маз с луной, опять Джокер.
дом. Тауэр. И как это работает? О, у него кинуло сначала подниматься. Пока что ангельские крылья. Больше двух не поднималось еще. Так, луна и этот, и солнце. Опять дом. О, пока и что последняя активный. Карта. Ну-ка, давай потыкаем камеру. О, у меня что-то какое-то синее сияние. Потыкай появилось. Дальше. Дальше потыкай. Синее сияние? А, нет, это стена. В сторону цвет потыкай стены. На первый этаж, где камера. Все, карты закончились. Ой, так, я еще. Случайно. О, блин, чуть не спалил, я ж обалдел. Ну чё, по активности вообще никак? По активности единичка падает, была троечка. Вообще упала активность, ничего. Чё-то его никак. Угу. Ну-ка, это что такое светилось? Вообще упала активность, не хочет. Ой, это кто? Тогда давай будем вызывать сейчас его. Так, давай-ка я сюда кину на всякий случай. Так, что у нас по... Возьмите благовоние с собой. Благовоние, да, надо взять. Сейчас. Так, вот у тебя 16%, кстати, у меня еще 57%. Нифига, Макс там вообще с ним поднимался, походу. Я часто брожу и не выхожу оттуда. Бля. Так, что нам надо придумать что-то? Таблетки выпей, а то он будет... Я выпил. Да я, Макс. Так. Пойду, короче, по рации с ним пообщаюсь. Хочу попробовать еще камеру на коридор поставить. Как его зовут? Сейчас скажу. Барбара Джонсон. Да, и ее. Барбара Джонсон. Дай давай знак. Смотреть. Давай смотреть коридор. Вдруг появится какой-нибудь. Так, это кто прошел? Барбара Джонсон. Я. Дай знак. Активная Барбара Джонсон. Дай знак. Нифига, она неактивная, вообще не боится, походу, точнее, не хочет. Барбара Джонсон, дай знак. Барбара Джонсон, дай кстати, знак. Кстати, на тумбочке горела свеча, она погасла? На какой? Да, вот. А вы ее поджигали? Я поджигала, да. Она не горит? Значит, ее надо сфоткать. Угу. Да. Сейчас сфоткаю. Барбара Джонсон, дай знак. Ничего. Барбара Джонсон. Блин, она даже... Да, дайте я один буду. Ты вообще по барабану на вас. Угу. Барбара Джонсон, дай знак. Барбара Джонсон. Ты где, стерва? Так, а чё с картами-то в итоге? Вы не вызывали? Барбара просто Джонсон. Смотрели? Они кончились и сгорели. Барбара Джонсон, Барбара. Тварь такая. Бара-бара-бара. Бара-бара-бара. Это вообще нулевая. Вообще она неактивная, вообще неактивная. Барбара Джонсон, Барбара Джонсон, Барбара Джонсон, Барбара Джонсон, не знаю. Барабан ты хренов, где ты есть? Просто, по-моему, ей пофигу, мне кажется, она в одном месте где-то тусит. Барбара Джонсон, Барбара Джонсон. Там же есть призрак, который только в одном месте, мне кажется, она не ходит. Барбара Джонсон. Да, она вообще не реагирует. Барбара Джонсон. Походи, может, по комнатам кричи. Барбара Джонсон. Да я и хожу, спрашиваю, так, где он. Стоп, что-то было. Барбара... Так она здесь, потому что надо с ней разговаривать. Барбара Джонсон. Нет, ее. Что-то она не может разговаривать. Мы же кость в подвале нашли. Барбара Джонсон. Барбара Джонсон. Подвал сходи, покричи. Нет, надо на месте, где она есть. А вдруг ее здесь нету? Может, она в коридоре? Блин. Ой. Ты что роняешь? Кажется, Барбара Джонсон, есть. Дай знак. Вообще барабан у тебя. Она не активная. Барбара вообще. Джонсон. Барбара как можно еще ее взбесить? Да подожди, она есть. О, активность реакция чуть-чуть есть. Поднялась. Чуть-чуть. Да есть, двоечко, конечно, реакция. Барбара Джонсон, барабанчик. Так, это Барбара Джонсон, во. Барбара Джонсон. Во, она по лестнице прошла на второй этаж. Да ладно. Да, она прошла. Как ее видно, она на камере? На датчике прошла она. Так это разве не я мало? Я прошел, блин, нет, напугали меня. Нет, подожди, датчик погас после тебя и снова загорелся. Да? Да. На камере ничего не видно. Мы на камере ее не видели. Нет, а что это такое горит наверху? Это что, это Макс ходит? Или да, то фиолетовым, то обычным. Что-то мигало. Розовое такое мигало, это что? Да-да-да. Или это просто да? Свет так через текстуры проходит? Не знаю, но мигало. Барбара там. Джонсон. Барбара Джонсон. Сережа. Так я смотрю, может, это огонек был. Барбара Джонсон, дай знак. Может, призрачный огонек был просто? Барбара Джонсон, дай знак.
Ну это какой-то квадратный был. Квадратный блик, фиолетовый, потом желтый. Барбара. А что дверь? Кто дверь закрыл, блин? Зачем вы закрываете дверь? Потому что надо, что я должен один находиться. Барбара. Где ты, моя Барбара? Возьми крест, что ли, в руки. Здесь что-то было. Барбара. Что-то мигает. Барбара, где ты, моя Барбара? Барбара Джонсон, Барбара Джонсон, Барбара Джонсон, Барбара Джонсон. Блин, как это Барбара, сговорка. Барбара Джонсон, как песня получается. Нет, она нет ее здесь, Макс. Барбариска. Надо в подвале посмотреть. Барбариска. Кто-то выходила, она активировала. Хотя смотри, у него падает этот процент, смотри, 23, она просто неактивная. Барбара Джонсон, Барбара Джонсон, Барбара Джонсон. Мне кажется, она либо на втором в проеме, либо вот в этой комнате, которая справа. Барбара Джонсон, у меня уже падает, где подлюка, блин, пластилиновая. Барбара. Ой, что-то мигает. Барбара, а, где ты, Барбара? Где ты, моя Барбара? О, активность, смотри-ка, поднялась. Барбариска, да? Шестерочка, где ты находишь? Шестерочка, идите на второй этаж, она на втором этаже где-то. Барбариска. Нет, шестерочка, это может потому, что я в подвал спустился, не? Барбариска. А в подвале нет ничего интересного? Барбариска. Не знаю. Блин, где ее искать? Барбара Джонсон, Барбара Джонсон, Барбара Джонсон, Барбара Джонсон, Барбара Джонсон. Я еще боюсь постирать. Макс уже шиза просто. Барбара Джонсон, Барбариска. Где ты, моя сладкая киска? Мне кажется, ты ее пугаешь. Барбариска. Барбариска, я тебя еще как вдую вот в этой спальне, вот на этой кровати. Иди ко мне сюда. Тварь моя лохматая, страшная, как моя жизнь. Мне кажется, Барбара. Она наоборот не выйдет, слушай. Барбара, Барбара. Ты ее расстроила. Барбара, ты при жизни красивая была, тварь-то, а? Немытая. Барбара. Барбара. Короче, Сереж, ты где? Я в подвале. Один? Да. Я тебя схвачу за что киску, Барбариска. Барбариска, я вижу, моя Барбариска. Я вырежу этот момент. Барбара. Ты записываешь? Да. О каком моменте идет речь? Он стрим ведет. Нет, не стрим, я просто записи веду. Барбара. Хороший момент нарежу. А может, это Барбариска. Барбара Стрейзен. Барбара. Я предлагаю сходить в этот подвал. Она вообще не хочет. Барбара! Хватит такая, блять, а? Ну сколько можно? Мне скоро аккумулятор сядет. Так, подожди, как это? Пизди-ка со мной. Барбара. А если я зайду в дом, она выскочит? Какая застенчивая, сука. Барбара Джонс. Блин, это что было? Вы зачем так пугаете? Барбара. Операция. Чё? Барбара Джонсон. Ты здесь? Короче, один вызывает в подвале, второй на втором этаже. Надо, ой, чтобы человек один там был, она так не ответит. Как ты знаешь? Барбара, просто Джонсон, знаю. Ты здесь? Вот поднялась активность на несколько минут, на несколько секунд. У меня вот, просто видишь, падают здесь, сразу... в подвале. Фоткай. А у меня фотик с собой нет, я благовоние взял. Ой, это что такое? Барбара Джонсон, ты здесь? Надо на Сережину камеру. Барбара? Так, это у Макс. Эй. Санта-Барбара, сука. Ответь мне. Что она какая-то вафля, блин? Вафля? Барбара, ты... Барбара, ты вафля. Барбара Джонсон. Барбара Джонсон. Барбара Джонсон. У нее нет активности, вообще никакой. Барбара Джонсон, ты здесь? Что за... Барбара Джонсон. Барбара Джонсон. Барбара, Барбара. Ой, это мухоловка, смотри. Да. Я ой, шли. Блядь. Чё? Чё? Я сваливаю. Чё-то мигает. А, это... О, она, это где? Это коридор, она в коридоре. Да? Ты её на первом этаже, да, мигает экран этот, видео. Атака началась? Она была там? Светильник. Да нет, это фейковая атака. А, вот. Прошлась. Ну, активность вон повысилась. Сколько активность? Шестерка. Но она тут была, как бы, когда камера так моргает, значит, она либо прошла просто, нет, либо... Нет, это понятно, да. Значит, она все-таки на первом так, этаже где-то шваркается. Она на первом этаже. А у нас вообще она есть значит... какие-то доказательства? Ничего? Подождите. Поднимается, типа, не больше шести, и потом опускается, и вообще, по-моему, пофиг на вас. Я ее ни разу не видела, он ничего не видел. Ну-ка. Барбара! У нас есть какое-то доказательство? Барбара! Там? Так, ну, Барбара. Подожди, нет, кстати, нет, у нас Барбара, не было вообще сраная, ничего. Ты где?
Да я же говорю, ничего нету. Ни следов, Барбара. Ни следов. А вы не смотрели, да, или смотрели? Я вот сейчас кто-нибудь говорил, нет? Нет. Нет. Значит, кто-то... Точно никто не говорил, потому что я какую-то активность слышал. Ой, ну, не знаю, разговариваем только в лесе. Тут нихера. Ничего не съест. Ай, подожди. Барбара. Крест, кстати, не погрызанный, она на него... Барбара, Барбара. Я помню, Барбара. Как я с этим крестом ходила, тихо, потом... Тихо, дайте я поговорю с ней. Барбара. Барбара Джонсон. Барбара Джонсон. Барбара Джонсон. Барбара. Макс, Барбариска. Ты ее задолбал уже. Барбара Джонсон, дай знак. Иди в Барбара, подвал. Ты старый или молодой? В подвале. Ты старый или молодой? Вот кто это говорит? Да никто. Кто пошупит? Ну я просто понять не могу, блядь, реально у нас есть знак или нет, потому что наверху. Нет, нет, мы молчим в этот момент. Так, тихо, я молчу, вот. Все. Барбара, ты старый или молодой? Барбара. Вы точно молчали? Да. Потому что у меня два раза был какой-то это... 100% молчали, вот без шуток. Барбара, ты старый или молодой? Сколько тебе лет? Сколько тебе лет? Ты старый или молодой? Дай знак. Вот это кто сейчас говорит? Это я была. В смысле? А что нет, ты сказала? Я вздохнула, может, у него так это? Нет, мы не слышали ничего. Меня не напугаете, просто, блядь, мы так долго будем ходить, это... Мне без. Давайте просто все замолчим, пока Макс пытается узнать, молодой или старый. Барбара Джонсон, дай знак. Барбара Джонсон, дай знак. Вот кто это, блядь? Это не мы. Нет, это уже точно не то. Значит, активность ставьте, говорит она с нами, отвечает. Потому что какая-то хуйта какая-то, вот непонятный голос, я просто раньше никогда не нет, слышал. Нет, вот в тот момент, вот последний раз мы точно все молчали. И чё, радиоприемник ставить? Или... Думаешь, я не пойму, что там, блядь, какой-то звук есть. Попробуйте с радиоприемником также поговорить в руках. Кстати, да, его. Может, реально прокатит? Если она тебе ответит, значит, ну, радиоприемник берешь в руки, включаешь и говоришь. Ответь мне там, то все, и она тебе ответит. Ну, бля, я только что это делал, какие-то звуки слышал. Так ты без радиоприемника ходил. Как без радиоприемника? А с чем я хожу-то, блядь? А, ну если а ты слышишь, значит, это радиоприемник срабатывает. Только, блядь, да. У меня нету ни знаков, ничего. Кто-то просто говорит. Ответь мне. Барбара Джонсон. Барбара Джонсон. Ответь мне. Барбара Джонсон. А, она отвечает, да. Ну все, значит, радиоприемник есть? Значит, приемник ставим. Да, она отвечает. Почему только внизу? Потому что у меня там призрак нарисован, я только сейчас увидел. Это ее голос. Mm-hmm. Что-то она такой, хеут, хеут. Я не понял, что она говорит. Хелп, может, радиоприемник есть. Помогите. Нет. А как-то, знаете, она правда говорит как-то справа вверху, бля, я понять не могу. А мне в правое ухо только слышно. Да. Мы ничего не говорили, мы тихо. Я а вы сфоткали, сфоткал свечку, слышишь? Да, серьезно. Не засчитала. Так, а что там еще? Запись в блокноте нет. Отпечатки, дайте я еще раз пройдусь это. Может, мне там ее еще. Где я скидывал здесь? Вот. Пойдем, я рано, с тобой пойду. Ну, а что, кстати, градусов. Радио-то не выключено, почему? 5, 3, о! 9, подожди. Нет, 6. Подожди, не ту камеру включила. Мы так не увидим. Вдруг 3, 7, 3, 4, слушай, мы не там ее ищем. Я же говорил, что ее ищем. Где кость нашли? Ну вот здесь она и говорила, да, 5. Поставьте там камеру. Да, поставьте там реально 3. Камеру, чтобы это... Надо. Потому что здесь ее вообще нет, ничего нет здесь. Вот ни здесь тени. Она здесь, короче, вон предмет. Ага. Все, она здесь. Поет. Поет, может, это банши? Это о, банши. Это атака, у вас атака, ребят. Да. Она меня сейчас убьет, она меня убила. Да, да, она внизу. Ну вот. Она и разговаривала. Да. Она поет, это банши, скорее всего. А ты стоял и что это ты... Это вот тот призрак, который... Я благовоние зажег. Странно, мне кажется, это призрак... благовоние. Кстати, благовоние засчитались. Засчитались, да. Возле. Обе? Но... Нет, только одно. А появилась она...
где-то вот, наверное, вот здесь в центре. Ставь вот у входа, где поставьте вот я умер. Поставьте какую-нибудь камеру, пожалуйста. Прям в угол, в угол, да, ставь. И возьмите еще эту, как, проектор возьмите и поставьте вот сюда еще камеру в угол. Пошли, ты берешь камеру, я с крестом иду. Вдруг она распятна. Нет, возьмите проектор, камеру, вы это все поднимете, камеру. У вас у входа есть. Камеру просто возьмите возьму. Камеру со штативом еще одну. Да, да, да. А вот она ходит. О, это она или прошла. Макс? Может, это Макс ходит? Я прохожу. А, блин. На меня срабатывает тоже. Да, да, вот, да, возьмите, да. Короче, вот эту камеру со штативом возьмите. Да, все, взял. Которая здесь на входе. Возьмите, соль еще возьмите, кстати говоря. Соль, возьмешь соль? Нет. Внизу там нас... Пусть она... Кто-то смотрит? Пусть ну ладно. Пусть она чекает огоньки. А почему мне показано, что дверь закрыта? Это что за прикол? Нет, почему? Она открыта. Типа у меня замок показан. Вот эту камеру на штативе возьмите, которая при входе стоит. Я взял. Да, убери ее, я сейчас на нее смотрю. Забирай ее. И это... И здесь вот лежит распятие, тоже возьми его. Я с распятием хожу. Ну, распятие вот на входе где-нибудь вот о. Здесь. О, господи, вот что это? Же ты видишь? Вот здесь бросай. Что это? Оу, май, детка. Это здорово выглядит. Можно его шлепнуть? Ты меня слышишь, нет? Да. Кинь вот сюда, вот распятие, кидай. Да куда пошла ты? Куда кинуть распятие? Ну вот сюда, возле лестницы где-нибудь. Вот где-то вот справа, вот здесь кидай, да, вот здесь кидай. А я туда остаюсь без без всего, блин. А это без разницы. Я пойду за вторым тогда. Да тебе это ничего не даст. В смысле, ее вот можно напугать с помощью распятия. Она погрызла его! Оно по... Блин, надо где, сфоткать. Когда... В коридоре лежит погрызанное распятие, сожженное. Вот, отлично, да. Так, я пошла фоткать. Кстати, только что оно не было погрызано. Да, оно не было, я стояла когда. Проектор взяли, нет? Поставьте проектор. Я поставил. Вот примерно где мой... Ну-ка, засчиталось? Да. Не, вот не здесь поставь проектор, поставь его наоборот, вот где-то здесь, вот на выходе. Потому что она где-то здесь, с угла, где вот появлялась. Да. Хотя, может быть, и здесь. О, дверь закрылась. Тут... Установили призрака с помощью... Ой. Прикрылась дверь, надо отпечатки чекнуть. Сейчас посмотрим. А дверь, она, по-моему, только открывает, а не закрывает. Нет, она может задеть дверь. Они открывают дверь, только открывают. А как она тогда сейчас дверь сама прикрылась? Ну это входная только может прикрыться. Нет, прикрылась дверь конкретно в подвале сейчас. А вот если она пройдет по этой зеленой ой, штуке, я должна ее полностью увидеть или что-то должно да, увидеть? Там да, такое... да, ты видишь ее очертание. Такое бледное, да, белое такое, знаешь, как паутинка, короче. Ребят, вы спуститесь показалось... вниз, поставьте ну, камеру да. Одну при входе в угол, на вот где вот мой труп практически в угол прям поставьте, чтобы она отхватывала. И проектор бросьте вот сюда, когда-то вот... Так, я слышите, не понимаю, что сделать еще да раз? Не бойтесь, спуститесь уже. Что да, взять? Камера где? Вот кто штатив брал? Я вот этот, так еще... его Сережа брал. А, вот эту камеру? Поставили. Сейчас вот эту камеру. Еще возьму сейчас одну камеру. Так мне не надо брать, что ли, нет, в коридоре? В коридоре, пусть стоит. Еще есть камера. Так, и что мне еще взять? Вот, соль возьмите еще. Да. А соль зачем? Чтобы следы увидеть ее. Здесь при входе насыпьте на лестницу. У нас задания нет соли. Все равно мы увидим, сфотографируем, нам тоже балды дадут. Угу. Ну пойдем. Блин, я без креста боюсь туда идти. Да тебе крест не поможет. Она его уже я просто... Я чтобы... бегал с крестом, бесполезно, убивает так же. Оба. Там благовоние нужно, чтобы спугнуть вроде. Она уже спугнулась. Благовоним. Там мне не зачитано. Вот смотри, вот в этот угол, да, ставь. Вот здесь где-то в угол прям ставь, чтобы видно было прям вот. Ага. Ну, насыпала соль. А вот здесь как раз, где я сдох, где-то вот на этом месте. О, отпечатки вот, есть отпечатки на стене. Ой, да? На двери. Фотографируйте. Ой, я так и началась. А, вон она ходит, она идет на вас, да. Уходите. А, нет, это фейк. На проекторе ее не видно сразу. Не видела? Я ее видел на проекторе. Нет, а я не вижу на проекторе. Ты ее увидел, потому что ты тоже призрак. Потому что ты, да. Она поела распятие. Распятие я поела. Я видела только помехи. Ничего так. Больше. Распятие мы уже сфоткали. Нам осталось... Внизу, это которое новое распятие, которое ты бросала. Она его только что поела. Опять? Понятно. Да. Так, короче, вонючку надо с собой взять, чтобы ее напугать.
На проекторе она должна. Давай напротив камеры, которую поставили, где вот мой труп лежит, поставьте еще один проектор. Сереж, бери проектор, я вонючку беру. Там. Зажгу ее, надеюсь, она испугается. Проектору не было никакого силуэта, только помехи во время атаки были и все. Подожди. Что хотите от меня еще? Слушай, съешь таблетки, у тебя 1%, 2. Ага, съел. А что, их нету? Страшно, вырубай! Так, атака упала. Так, подожди, а я ведь еще поставил, да, один этот? Да, камеру. Вот только вот как раз здесь вот надо проставить проектор, выключить. Вот не проектор, да, проектор надо поставить. А что у нас из доказательств, кроме отпечатки радиоприемника? Рук. А, отпечатки. Отпечатки. А вы уверены, что... Фантом и мимик. Я думаю, что это Банша. Она пела, потому что... Не факт. Ты помнишь, она в прошлый раз тоже пела, и мы не угадали? Ну, да. Ты знаешь? Это когда вот это вот, кстати, в этом же доме ползала, она тоже пела, и мы не угадали, то, что было вроде... При входе возьмите одну ИП-шку и киньте вниз. Там есть призрак какой-то, я не успела запомнить, что это, который не выходит из комнаты и при долгом пребывании атакует. Это какой? Не помню. Мне кажется, это этот. Это который защищает свое место смерти. Что ты орёшь, да. А? Вот мне кажется, это он, потому что это она не выходит оттуда. Да вы рано-то думаете, вы возьмите все, что надо, так. Накидайте, а потом. Сережа, пойдем же, хватит в машине тереться, блин. Подожди, что-нибудь. Я одна-то не пойду, мне блокнот страшно. Блокнот отнесите, там в коридоре блокнот лежит, отнесите его в низ. А где все блокноты? Блокнотов-то нету. Макс, можно тебя перебью? Да. Через 41 минуту будет турнир по пабу с квадом. Пойдешь? Maybe. Напишешь мне, или зайдешь. Тебе нужно зарегаться. Зареган я, нормально. Не-не-не. Вот не, здесь не. Возьмите. Стой. Да. Вернись. Что? Вот здесь видишь блокнот? Возьми блокнот. Где, блин? А чё мигает вот, опять? Вот. При входе. Ещё. Назад вернись. Назад. Ещё назад нужно? И налево. В комнату. Ну, конечно, в комнату войди, блин. Блин. Во. Стой, бери его. Все, иди вниз. Пускайся пойдём. Вниз. Не страшно, блин. Да не боись. Она, кстати, здесь тоже крест куснула. Я в курсе, Макс уже сказал. Вот здесь где-нибудь брось, где мое тело. Как да, ее? Сфотографируйте. На F. Вот так началось. Она, да. Она сейчас выходит. Поднимайтесь наверх. Твою мать. Тогда еще выше, на второй. Так, МПшка сколько? 5, что ли? Подождите. На камере я увидела тень, как она прошла. Увидела, да? Тень я увидела, но не силуэт. То есть она по стене, так знаешь, тень эту увидела, черную среди помех. Сережа, прости. Что, тебя убили? Забирает. Ну, как бы, да. А что ты блокнот-то не бросила там? Потому что началась атака, и я оттуда, блин, ну, быстрее... Надо было бросать. С вонючкой хотела убежать. С вонючкой? О, следы она оставила в соли. Благовоние хотела в нее кинуть, но она меня уже сожрала. Сфотографируйте следы соли возле лестницы при входе. Да. Не забудьте взять блокнот и положить его там, где мой труп. Также сфотографируйте здесь распятие. Ну, лежишь, висишь точнее. Тебя ждал. Распятие же фоткали. А, сфоткали? Ну, отлично. Или... Либо положите... Не, лучше распятие положите не где мой труп, а где вот эта вторая так проекция лежит. Так распятие два покусанных уже. Всё, оба. У нас только два распятия, у нас больше нету их. Как-то нету. Да это ну, не надо. Только два распятия всего. И МПшку возьмите тоже вниз отнесите, пожалуйста. Возьмите, всё, я тоже меня, сдохла. У меня заро. У меня нету этого. Чего? У нас ничего нет. Да ну хрен с ним, иди все равно, бери. Так, подожди, блокнот. Заходи в дом. Чё ещё? Блокнот здесь лежит. Блокнот лежит на трупе, как ее там, Тани. Ладно, я возьму. А где МП? Тут же при входе. Вон под ногами валяется. Господи, блин, кто на картонах сидит? Я так испугалась. Ой, там как-то. Я думала, это какой-то этот, блин, оборотень. Да, все, уже. А что ты не взял блокнот-то, блин? Я взял. А, взял? Я из машины взял. Вот. Картона сидит, я же перестала. Здесь ИП-шку брось. Не, даже вот здесь лучше брось при входе. Вот еще вот сюда иди. Вот здесь вот, где вот пол хреновый. Вот пошел, вот сюда бросай. Вот здесь. Куда пошел-то?
Да хрен с ним награду, за МПшку кинет сюда-то, елки-моталки. Так я кинул, а куда еще ты ее кинуть? Ну вот сюда, вот ближе. Сюда. Между дверями. Да, в проеме где-нибудь. Вот здесь прям кидай. Блин, далеко кинул, ладно, хер с ним. А, во, отлично. А сюда вот как раз, где ты проектор в этой комнате, кинь книжку, потому что она по блокноту. Вот прошла, я видел ее сейчас, силуэт. Тень это я прохожу. Здесь. Я говорю, я тоже тень видела. Книжку куда кинуть? Ну вот сюда же, где вот МПшку прыгаю, вот где вот этот сюда, проектор на полу. Между дверь, между проемом. Лучше? Да. Блин, как страшно, когда вы на картонах сидите, капец просто. А иначе не поставишь. Нет, ну, просто выглядит жутко. Ты бы окно откинул, нет, что ты не да. пройдешь, не кинешь. Где ты его кинул? У входа, у двери прям. У входа, у двери не вижу. Вот он, Макс, ну вот, между дверью. Все, отлично. Так. Ну все, теперь вызывайте ее. Подожди. Сваливайте. Алах-бабах, вылазь. А что это за камера? Какая? Я понять. А, это вот, это камера, да, все верно. Так, мне кажется, я лазерную проекцию видел все-таки. Она мимо меня прошла. Свет выключите. Зачем вы свет включили? Отпечатки рук, лазерный проектор. Температуры минусовой здесь нет? В подвале. Нет, я не видел. Призрачный огонек должен сработать. Сработать. Ну, в смысле появиться. Не обязательно должен. Так, ну чё, подъезд звать? Слушайте, вентилятор включился. В подвале. Ну. Минутку, я опять зайду. Давай. Она взаимодействует с этим. Я же говорил, что она в подвале роняет краску там. Баллончики всякие. Ну вот и надо было. Просто видишь, подвал прям находится над входом. Поэтому у нас температура такая была. Так, соль ты фотографировал, да, отпечатки? МПшка не работает. Так, не сейчас появляет. Я покликну. Надо активность проявлять. Зови ее по рации. Так, это что? Это вот подвал как раз. Тут тоже ничего нет. Ты включи камеру, которая... Где МПшка валит? Прям в подвале. Где вот стеллажи вот эти, возле пропеллера этого, как ты ставил. Ту камеру включить. Ну вот где. Вот, не где я умер, а где. Да. Вот. Где ты как раз кидал этот МПшку, потом блокнот. И все. И вот теперь это бери рацию и иди с ней разговаривай, дай знак, может она напишет что-то. Или сожрет. Так, может благовоние? Ага, у нас вообще. Благовоние. Может взять благовоние, да. Я тут где-то сдохла, вот валяется благовоние, вот возле ног. А вот еще одно валяется. Призрак при помощи благовония. Нет, сейчас помогишь. Нам нужен призрачный огонек. А он появляется после того, как призрак проходит. Она шепнула мне. Господи, зараза, вы куда? Да. Шепнула. И в правое ухо, да? Громко орёт. Не, у меня в оба. Мне в оба ухо она шепнула. Мне тоже в оба. У меня аж сжалось. Не. А мне в одно она говорила. Может, у тебя просто что-то с наушниками? Нет, у меня все нормально с наушниками. Скажи ей, дай знак. Как ее зовут? Дай знак. Барбара Стрейзен, или как ее? Барбара? Нет, это не Барбара. А вроде. Кто? А это Барбара. Разве та же? Барбара Борис. Джонсон, это все та же игра. А, я говорю, та же. Я уже Барбара Джонсон. Барбара Джонсон, ты здесь? Дай мне знак. Реально мы до сих пор. Вонючку в руках держи. Я держу. Держи две вонючки, только не навоняй. Там. У меня там шипит уже вообще. Шипит? Барбара Джонсон. Давайте с ним. Я буду звать тебя Шипит. Барбара Джонсон, ты здесь? Барбара Джонсон. Не хочет она вылезать. Скажи, Барбара Джонсон, дай знак. Дай знак, Барбара Джонсон. Барбара Джонсон, ты здесь? Напиши в блокнот. Скажи что-нибудь. Барбара Джонсон? Поговори со мной. Поговори со мной. Не хочет. Барбара Джонсон. Скажи, я ебал твою мать. Нет, я так не могу сказать. Она точно ответит. Барбара Джонсон.
ты здесь? Барбара? Ты шипишь? Тор. Нет, я про Барбару. Барбара Джонсон, ответь мне. Напиши в блокнот. Что-нибудь сделай. Дрянь старая. Барбара, ты старуха? Ты некрасивая? А что с ней как с педиком разговариваешь? Она такая неактивная, меня прямо бесит. Ну вот будем думать сейчас, кто это такая. Всех сожрала и все. Я склоняюсь к тому, что это банши. А лазерный проектор был? Нет? Она да. Появлялась на разных проектах? Да, о, я видел. Фантом. Ты уверен? Ты уверен? Ну мне кажется, подожди, да. Фантом. Кажется или ты уверен? Ну смотри, вот как тебе сказать. Я когда рядом с трупом Макса что-то делал, я видел на лазерном проекторе, как силуэт прошел белый. А, ну тогда то есть это быть. Даже не на камеру я увидел, а передо мной это прошло. Ну если ставить лазерный, то это фантом получается. Да. Но подожди, а радиоприемник фантом. Точно был? Да, да, она разговаривала со мной, отвечала. И тебе же она что-то там пшикала. Да? И это там призрак нарисован, да, у меня это было. Отпечатки рук были, проектор был, радиоприемник. Ну, фантом тогда получился. А у нас есть, а вот доска Уиджи, нигде нету доски Уиджи? А я тоже не видел. Про нее, вот я тоже про нее смотрю и не могу кстати, понять. Кстати, подожди-ка, по поводу фантома, у нас же рассудок прям грохнулся быстро. Может быть, если где-то доска Уиджи, можно его это... Можно с ней поговорить тогда, пообщаться, только где один ее найти? Один лишь вид фантома заметно снижает ваш уровень рассудка. Подожди, Сережа, а может быть реально найдем доску? Ну, конечно, не факт, что она будет. Но я вот, что-то... я что-то везде не смотрел, я не видел. Да, мы, да не, не может быть, если мы карты Тара находили, а, ну да, там что-то ли... одно должно быть. Да, ну что, ставим фантома и валим? Да. Потому давайте, что... подожди, попробуем. Хотя подожди. Обычное появление фантома связано с неосторожным использованием доски Уиджи. Хрен знает, что-то не пойму я как-то. МП у нас не было. А лазерный проектор точно был, да? Ну, 50 на 50. Ну ты, блин, ну как ты даже 50 не на 50? Вы его видели, вы ее там или нет? Я не видела. Но я видел, как силуэт какой-то передо мной прошел. Соня говорит... Может, это был Макс? Она отошла. Соня сидела все время в фургоне, она говорила, что она какое-то видела очертания. Ну да. Но она могла и меня, наверное, так видеть. Я фразу за тебя могла, да. А что, типа своих игроков? А вот сходите, я похожу, и скажете. Вот видно да, меня или вот нет? А мы все мертвые, мы не можем, мы не сможем посмотреть. Вот я смотрю. Когда вот ты мертвый, ты видишь. Серега там может? Да. Вот смотри, на камере. А, кажется, на карачках. Это вот ты прям в самый дальний конец. Ой, я вижу, как он ходит. Ты это видишь? На карачках. Нет, я не вижу. Я вижу, как человек ходит. Я вообще ничего не вижу. А, ну значит, тогда мы видели. Даже Соня говорила, что мы видели. Она видела. Она говорила какую-то тень, которая по стене ползала. По стене? Да ты чё? По стене я ни разу не видел. Может, её глючит там уже? Соня от страха там. Сейчас. И часто отходит. Давайте фантомы возьмём и пойдём next. Я хочу писить, уже не могу сидеть. Ладно, сейчас. Давай, что, ставим фантома. Ты можешь отойти, кстати. Писать хотят. Я поставил фантома, ладно, потом скажешь, что там. Угу. Да, 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 да. Так что, фантомы уезжаем? Да, ну а что, у нас еще какие-то варианты есть? Ну, по идее, если вот три этих делать, то фантом выпадает. Проекция, да, ну как неуверенно все это. Но, там блин, Луиджи. пение про банши. Если, допустим, мы уберем радиопроектор, радиоприемник точнее, то есть еще вероятность банши. А у банши что у нас еще? Радиоприемник был 100%, я тебе говорю, она мне отвечала. И да. Вы говорили, вам пшикнуло, да. Мне она отвечала. Если это не вы, конечно, пиздели, блядь, то я три раза слышал. А на последний раз я реально увидел то, что у меня нарисовалось это какое привиденчик. Ну смотри, слабость. Банши боятся распятия. Она два раза распятия хавнула. Типа уничтожила его. Будут менее агрессивны в его непосредственной близости. То есть я вот в подвале тоже, когда ее звал, она вообще никак не реагировала. Но тут призрачный огонек должен быть у банши. А мы что, выбрали банши? Нет, мы фантомы поставили. Сейчас я ну и все, что там мы паримся. Давай, закрывай, поехали. Сейчас увидим, я тоже, кстати, хочу. Так, ладно.
Ставим радиоприемник и фантома. Все, уезжаем. Хочу чай, хочу в туалет. Посмотрим, что там будет. Загрузочка. Хоть бы угадали. Фантом, угадали. Только я умер, блять, 27 долларов. 165 баксов дали. Ну, кость уликов, фотографии, три цели выполнили. Да, не выполнили все. Ну ладно. Так, что, перерыв 5 минут? Давай. Так, ну что, мы угадали, да? Да. Хоть один раз. Так, я вернулся. Угу. Кто? Что, не вернулась? А? Кто? Соня. Наверное, нет.
Так, что выбираем? Так, это дом. Что, все отошли, кроме нас с тобой? Давай этот же дом, потому что хотя бы мы уже его более-менее изучили. Вот этот же, который сейчас был? Да. Не, давайте другой. Начнем опять тот самый брать. Может, первый? Бери деревянный, который с двумя этажами, такой стрёмный. Он стрёмный же, ты чё? Ну чё? Знаешь, что самое стрёмное, блин? Пушка. Так, Графсон, так, ферма Графтона и Блэсблейд, Блэс, или это Блэсдейл? А? Не знаю, ладно. Да бери любой уже быстрее, давай. Да подожди ты, Соня, ты еще бы не подошла, походу. Так, Уиллоу Стрит Хаус, это что за дом, я вот вспоминаю. А, ну вот, кстати, его давай, он простой максимально. Так, все, это я готов. Что, еще каточку и расход? Ну, я так понимаю, Макс сваливает? Сейчас? Собирать или куда он там, кстати, собирается? Да, я не знаю. Но если он сейчас свалит, то можно расходиться. Мы второе не вывезем. И от нас, ну, байсиков прям на входе порешают. Дай мне как бы... Отдыхать. Чё? Так, ну ладно, хоть одного угадали. Ты хихикаешь. Мемчики смотрю. Мемчики как смысл жизни, да? Да. Мне еще сериал надо посмотреть. Как же без этого-то? На 12 ночи буду ходить. Ну чё? Время? 20 минут осталось. Успеем, нет, в смысле 20 минут. А? В смысле 20 минут. Ну, я же только что тебе сказал. А, ну да. Сейчас посмотрим. Дождемся, когда все придут. Или нет. Быть или не быть, вот в чем вопрос. Короче, мы еще не пробовали зеркало и стол. И все, да, получается? И что еще там есть? Сань, заходил, нет? Пиздюк этот. Унылый. Никто не заходил. Никто ничего не говорил. Ты куда-то уходишь там? Он с нами вообще разговаривает? Не знаю. Мне кажется, нет. Макс. А? С нами разговариваешь? А с кем, блять? Да я откуда знаю? Может, ты по телефону с кем-то чирикаешь? Эх, Тань. Чё? Кажется, задница. Я не могу. Да, выбрали. А походу Софья-то пришла, не пришла? Соня. Понятно. Соня, ты сих пор страшно. Ну-ну. Что за хрень? Ты мне боишься, что ли? Иди сюда. Иди ко мне, пиздюк. Соня? У Соня. Сёма. Так перестанешь там кувыркаться, уже спать пора. Да пусть чирикает, чё жалко. Петуша, Андрей. Да он целый день сегодня чирикает. Не, кстати, Герой. Когда мы с тобой только созвонились, он себя тихо вел. Потому что он сараку чистил с вами. После душа. Ага. Фига себе, какие попугаи. Чистай, чистай, чистай.
Ах ты, мелкий укусил меня. Подбежал ко мне, грызанул меня за палец. Совсем что ли ошалел? Демон. Ероша, ты что так кусаешься больно? Я тебя в детдом сдам. Да отстань. Поп-поп-дом. Кормлю тебя коту на улице. Это что такое? Да хорош кусаться-то, блин, больно. Ты чё ему пальцы суешь? Дразню его. Он обороняется от того, обороняется. Он свои колокольчики защищает. Да. Слышишь, хорош драться. Он там, наверное, думает, а, нападает! Е-мою, да! Ероша! Прекращайте, сказано. Ой, какая же противная петушара. Чирикует все. Ну что, мы идем или не идем? Не знаю. Можно, в принципе, на этом на сегодня закончить. Макс, а так запустить не получится, да? Да, не получится. Нет, там надо готов именно, чтобы все были готовы. Все пришли? Нет, Соня не пришла. Кто там с Соней опять не так? Она я боится. Так поняла, она к мелкому отходит постоянно. Чё, Макс? Зайди на мой стрим сейчас, посмотри, то это или не то. Я просто понять не могу здесь, ну до хрена. И почему сквад? Почему ты не хочешь дуо? Подожди. Блядь, тебе не угрозит. Почему ты хочешь в скваде? Мы же не сыгранные. Мы же не знаем, кто еще два человека с нами будет. Просрем, блин, и все, и ни хренки денег. Что за игра? PUBG. Пупк, наверное. Да, она же бесплатная, кстати, пупчик. Ну, остальная платная. Сейчас получше. Не, она в обычке бесплатная, а в рангах она платная. А, ну да. Может, ты ему эфир не включил нормально, он не может посмотреть. Не, у него вечно проблемы. Ну все, смотри. Там сколько у тебя? 9641 участник. Это, да? А почему ты хочешь в скваде участвовать? Дуо там. Что тут? Меня ждет, наверное. Ну тебя вот, ждем. Соло, давай соло. Завтра. Это завтра в 00, то есть сегодня. Давай лучше на 12 в дуо с тобой скатаем. 20 евро вон, на 40 мест. Ну давай. Так, нажми, пожалуйста. Добавь друзей меня, сделай. Я сейчас просто не могу, я просто вам готов напишу, ща я попозже, может, подойду. А как тебе? Копировать и отправь мне. Что сделал? Мне что-то был просил? Нет. Так. Макс, нажми, пожалуйста, так, готов. Так, погоди секундочку, сейчас я сделаю и нажму. Так, мне надо тебе отправить, да? Я не понял, а как она так сделала? Почему у тебя так качественно это... картинка? У меня все в дымке какой-то. Как ты скрины такие качественные делаешь? Просто это кто-то краком стоит головой стенку. Макс. Это твой труп? Да, мой труп вообще-то лежал. Это ты так стоял раком. А у меня лежал он. Ну вот ты у нас вот так вот любишь, значит. Лежать я люблю. Это у вас как у кого-то фантазия. Макс, я принял, короче, зайди обратно на сайт. Ну. Так. Какой из этих? Это нет, не то. Вон, я уже в друзьях у себя. До турнира заходи. Где он, бля, я потерял. А вот этот. На завтра, да? Купить. Ой, на 12. Да. Ну это у меня через 2 часа так и будет. Присоединиться к командой. А, нет. А у меня... В 2 ночи будешь... у меня это будет, бля. Создать команду, да? Да. А кстати, как не будешь играть, да? Проведу, команду, да? Нет, команду. Нет. Придумай. Ну, как я создам?
Там меня можно будет пригласить, сейчас команду создай. Ну, типа, название не создать команды. Никнейм свой придумать, как нас называться мы будем? Да. Кукуруза. В деле. Короче, пока вы там решаете, я отойду. Все, так. Готово. Крестик. Присоединиться нажми. Понятно. Че? Ну, нажми понятно. А, понятно. Так, редактировать команду. А, ну вон плюсик можно нажать. Вот я плюсик могу. Все, инвайт. Ну че? Ты принял? Да. А чё у меня your team is full? А, всё. Только я тебя не вижу. Сейчас, погоди, у меня загрузка идёт. Во-во. Подтвердить участие, открыться. А почему не можем? Ну, пока нельзя. Первое место нам надо по-любому. Все, да? Ты куда, Зай? А? Ты в магазин, что ли? А куда? Сигарету опять забыла в машине, да? В кармане, да? А куда? На, иди тогда. Угу. Так, прекратить стрим. Ну чё, всё, Сонька здесь? Ну, она готова, готова, нажал, да, давай, нажимай готов. И погнали. Окей. Пинч. Так, готов. Чё-то мне надо. Угу. Я в чьей-то голове. И вижу чьи-то глаза. У тебя показалось вначале, что это сиськи. Хм, все возможно. Ну, пока здесь подвинемся. Может, так надо. Хорошо? Мы здесь сидим, пока не выходим, ладно? Когда будем выходить? Сейчас. Можно пока посмотреть, хочешь? Как я играю. Да, будем выходить. Да. Но только нельзя шуметь. Хорошо? У нас лучше взяли, что мы? Смотри, ты сидишь? Около меня посмотри. Только без, а то я не вижу. Да, вот сюда тебя поставлю. Всё, садись. Только смотри, говорить нельзя, ладно? Так, только давайте вот раз собраннее. Зачем тебе надо с них? Слышите, дети? Да. Это мне больше показывается. Так, что у нас по заданию сначала смотрим? Пить горячий. Определите признак, это последнее. Заставить признака потушить горячий ключ. Отлично, свечку берем. А, найти доказательств присутствия Эмми. Достичь среднего уровня расцветка. Всем надо. Ну, раз, так что не жрем. Ладно. Не так. Всем, а в среднем. Там. Всем надо, чтобы в среднем у нас у всех было 25, общее 25. Угу. Так, Эмми возьмем. Так, я свечку. Что ты за срань выбрал? Да. Так, возьмите кто-нибудь этот голограф этот, да? Возьмите ключ ближе с телефона снова. Вот голограф, потом кто-нибудь возьмите ультрафиолетовый, камеру еще возьмите. Я блокнот. А свечку. Я на камере стоит. Ключ. Ну, если ты занята. Я взял ключ. Не, сейчас свободен. Можешь с нами пошла шорт? Так, ультрафиолет, что там надо было еще? Камеру я взял. И штатив тоже, да? Штатив нет, я взял фотик. Улики фотик, если найдем. Так, будем искать теперь. Подожди, а зачем я голограф взял сразу? А, ну мы сейчас найдем комнату и сразу поставим. Это, сколько так, тут комнат у нас? Градуса. Тут, кстати, небольшой дом. Так, просторная, ну, там холодно. Да, блин, кто дверь? Не закрывайте, пожалуйста, я двери, прошу у вас. Потому что кто закрывает двери, тот... Нет, двери надо закрывать, чтобы она открывала, и мы отпечатки пальцев могли найти. А, да? Ага, потом я не могу открыть дверь странную. Не знаю, в какую сторону её.
Ну, бери, допустим, шаг назад делай, или шаг вперед, чтобы открыть. Тогда ну, проще. Понимаешь, когда она за тобой гонится, ты в панике не можешь нормально открыть. Не паникуй, дверь. Ты ржи. Не могу, мне страшно. Фотоаппарат я... кто-нибудь брал? Нет. Я взял. Идите сюда, кость, кость. Я впечатлительна. Есть контакт. Так, впечатлительная ты кто? Журнал. Дамочка. Дамочка? Дамочка. О, блядь, действительно. Ты офигел? Дамочка. Ой, я нашла подвал, я туда не пойду. Страшно. Вот я, кстати, а в этом доме тогда шепнуть не успел, когда резко открылась дверь из подвала, и меня сожрали. А ты шептун. А как ты здесь это? Сама ты шептун. Кстати, вот тут шкаф в Нарнию есть, он очень подозрительный. Скажи. Он не работает. Почему вот. В Нарнии? Не знаю, он похож на тот шкаф, который был в фильме. Не бросайте меня одну, не страшно. А то, как вы меня в прошлый раз бросили, блин, одну и убежали. Это нифига там кто-то светит. А, это у Сони такой фонарь. О, здесь температура 0,6-3,4. Она в этой комнате, наверное, скорее всего. А вы поставили камеры? Нет. Так, сейчас скажу. Сейчас скажу, подождите. Вот здесь 1,1 градус, где-то вот здесь вот надо. Да, вот здесь вот кидайте этот проектор. Или как он? Вот прям куда я свечу. Куда свечишь? Вот тут прям сюда, куда-нибудь. Бросай по центру. Ага, 0,3. Минусовой пока еще нет, но 0,3. Так, нам надо, подвала тут нет? А, есть. Еще надо Эми кинуть. Есть подвал. На всякий случай. Там есть подвал, он страшный. Блин, тогда в подвал пойдемте. Может, а прикиньте, там это... Как что, эта фигня вызывать, которая... Не-не-не, оставь пока. Может, так, вторую возьмем? Подвал? Да, надо вот брать. Там вот. Так, давай я сейчас вторую проекцию возьму на всякий. Так, фотик нам же больше не пригодится. А, нет, пригодится. Пригодится. Отпечатки не смотрели? Нет. Даже если нет... Нет задания сфотографировать призрака, если мы просто вот эти будем действия нет, делать. Нет, это понятно, это дополнительный бомб. Да, 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 все верно. Так, подожди, зачем я пришел? А, залазим на проекции. Все, я взял. Зачем бабло читеру? Тише будь, я это все равно вырежу. Придется монтировать. Да, ребята, подвал, мне кажется, тоже. Сейчас посмотрим. Так, что взять вообще так, с собой? Камеру ставьте. Старайтесь камеру расставить, видеокамеру. Тут двери хлопает. Нет. Так, ты в подвале, Макс? Да. Я спускаюсь к тебе. Не пищи там. Где подвал? Что не могу найти. Как подвал? Идешь прямо-прямо-прямо и налево дверь будет открыта, там лестница вниз. Кстати, что вот такое? Здесь она часто бывает в подвале. Меня лагает, меня бесит. Ну пока это не говорит о том, что она здесь так, есть. Так, давай сразу свет включим. Да. Я включил. Вот тут тоже температура 5-4. Да. Не, ну все-таки в комнате меньше было, ниже. Да. Возможно. Угу. А ты обе комнаты здесь посмотрел? Да. А всяких да, этих приблуд не было? Шкатулок? Каких? В подвале не было этой штуки? Ну, не нашел я. Луиджи, второй я один. Свет тоже ну, во многих местах выключайте, если уходите, потому что пробки выбить может. Угу. А двери закрываете, чтобы... Соль-то, кстати, вы это... Я посыпал соль. Нет, в комнате надо посыпать, где мы это поставили. А ты везде, смотрю, сыпишь, да? Я забыл, в какой комнате мы ее нашли. Дальняя правая комната. Дальняя правая, надо закрыть туда все, что. Так. Камера ставит. Почему у меня не зажигается, блин, свечка? А, вот это, наверное, комната. Дальняя. Сам просто до конца упрёшься и направо. А чё, у зажигалки тоже какой-то срок годности есть? Нет. Да, ребят, это... Почему она не горит? Так, а ты нажми. Блин. Так, ЛКМ. Это вход. Да? Чё-то не пойму, пропали... Ну, не пропали, а температура какая-то... А свечку кто затушил в коридоре? А ты её поджигала? Да. А детектор ещё... EMP у кого? Опа-опа, он... Я поджигала. Так, минус 5. Ой, минус 5. Она только что фыркнула, это была фейковая атака. Угу. Ничего страшного. С EMP-шкой кто ходил? Засчиталась? У меня, я пойду еще одну возьму. Не засчиталась. Ну, кто-то из вас, что ли, потушил, получается? Свечку возьмите, еще одну.
Так, я хочу поставить так, этот камеру на штатив в комнату туда. Так. Блин. Так, это ладно. Ладно. Чего она не загорается? Куда нажать, чтобы она загорелась? Я же вроде нормально. Просто свечку возьми, F нажми, по-моему, или E нажми. Как? Если у тебя зажигалка есть, то она загорится. Она не горит. Ну, в дом зайди, у тебя дождик. В доме это все делать надо. Точно, ёбаный машина. Вот, и вот здесь тоже, или горит, а нет, горит. Блин, лазерная проекция так светит в камеру, ее надо как-то по-другому, что ли. Сейчас я ее переложу. О, это что, а это какая-то машина. А блокнот он взял? Я взял, сейчас я положу. Так, как поставить камеру? Не понимаю, температура опять повысилась. Что еще можно? Камеру, да вот сюда, в угол поставь, чтобы она всю комнату освещала. Вот отсюда, прямо где я стою. Тогда это будет Макс, видно. Ты походу рядом с ней где-то, у тебя же 17%. Атака? Атака началась. 10, это, активность. Свет или включай. Не началась? Нет, началась, да? Началась, нет. Началась. Началась. Да, закрылась? Да, закрылась, мы не можем пойти, попасть. Ты её меня сожрали? Ты сожрали? Охренел? Да-да-да, убегу. Убил. Так, надо сфоткать тогда дохленького Серёжу. Да. По-моему, это твоё любимое занятие, дохленьких фоткать. Неправда. Так, неправда. Блин, опять я не выкинул. Пойду фоткать. Да, чё-то... Вы... Пошли со мной, Соня, то мне страшно. Вот, как раз мне быстро нашуровали. Да, обычно меня первые сожрат. Где тебя сожрали? А я прям в коридоре, я убегал, и она такая из угла выскочила. А я не увидел, я сзади тебя шел. Да? Я тебя не вижу, это где, бля? Мы закрыли дверь. Кстати, дело. Подожди, а вот я здесь, где проекция где-то лежу. Да вот, вот, на полу. Не орите. Свет выключайте. Что вы? Со света? Выключите свет! Вы что, за диван спрятались? Я в кустах. Так, она в комнате, она в комнате. Выключи, блядь, свет. Мне показалось просто, когда я на нее бежал... Не двигайтесь, не двигайтесь. Я ее вижу. Она в коридоре ходит. Нихера себе, у нее топор. Или что, это бита? А, она сейчас меня убьет, наверное. Нет, она в коридоре, в этом, на кухне ходит. Все пропало. Надо бейсбольной битой ходить. Я не знаю, сфоткалась или нет. Она убежала? А ты, если ты ее фоткнула, она бы тебя это... Да, она нет, ушла. Нет, ты не могла ее сфоткать, она не сходила в эту комнату. Она бы на тебя бы напала тогда. Да? Да. Она Фигу сейчас спряталась, она меня не трогала. Я обычно перед входом фоткаю. Где Сережа? Я не вижу, блядь. Да вот ты так. Прошла мой труп, вот я прям так лежу. Где, бляха? Вот, стой. Кинуть. Вот я лежу здесь. Этого я не вижу. Не видишь? Я испугался, ну, вот, фонарика. Фоткай просто, вот фонарик на него светит. Почему у меня нет его? Я не понимаю. Ну, бывает, погода. Ты, у меня вообще никого нету там. Да. Хера выйдет. Ну-ка, на фотографиях интересно. А куда здесь спрятаться-то да, вот, на фотках можно, есть да? Что? Так. Музыкальная шкатулка? Я сфоткала музыкальную шкатулку. Опа, так, она. Подожди, значит, где-то есть шкатулка. А лампочка это... лопнула. Лампочка лопнула в гараже. Да, это значит... Кто там у нас? Подожди, а пока ничего не значит. Шкатулка? Музыкальная шкатулка справа, где я в кустах сидела, за диваном. Да, Тони вместе там спрятал. Сейчас мы ее возьмем, погоди, погоди. А что с ней надо? Это она вызывает, типа? Активируем. Ну, мы, да, она будет агриться. О, сейчас боже. Я возьму такую Хотите штуку. Моей смерти, что ли? Я не пойму. Блин, мне бы что-нибудь... Так, я вот эту фигню вот сюда. Мне так интересно, Мак, главное. Выпей там... таблетку, пожалуйста. Так там же рассудок надо. Сработал рассудок, нет? У меня О, стояло. У нас все выполнилось, смотрите. У нас все задания выполнились. Все выполнились прям? Да. Тебе тоже надо выпить, слышь, Сонь? Пить. Правой кнопкой. Бери в руку и да, и правой кнопочкой нажимай. ПКМ. А, все съел. Я, кстати, понять не могу, а где шкатулка? Рядом с тобой? Блин, я так вздрогнула. А, как страшно.
твои графики. Нифига ты-то думала из-за куста спрятаться. Она меня убьет, я с фонариком стояла в этом кусту. Я выключила, сейчас приду. Сейчас, минут. Опять атака, что ли? Ой, блин. Да. А, не вот, светите. Походу, шкатулка, нет? О, она что-то хрипит. Тихо, тихо, тихо. Дверь открыла? Нет, попробуй открыть дверь. Не открывается? Не открывается. Сиди, сиди, бля. Сиди. Проверяй. О, опять не идет. Тихо, тихо, она вот за меня. Она на тебя идет. Все, пизда, все, да. Ой, ой, беги. Да, меня убило. И что а кто-то делать? Стоит с фонариком и светит на меня. Я не знаю просто, где здесь спрятаться, блядь. А здесь такие дома, тут особо ты не спрячешься. Ну, в фикусе спряталась, она не трогала. Так, да. Чё, кого сожрали, Макс? Только не говори, что тебя всех сожрали, кроме нас. Ты серьёзно? Ну, походу, мне кажется, шкатулка вот прям слева стоит, если это она, нет? Так, вот. Что у нас? Видишь, открытая стоит, маленькая. Слева. Лазерный проектор, кто-нибудь вот. Видел её, нет? Отпечатки. Да, у меня шкатулка, у меня в руках шкатулка. Что с ней делать? Пока да наверное. Ничего пока не делаем, ничего пока еще не можете сделать. Там что-то пиликает, это выходит? Да. Да. Лазерный проектор, она и... ходила, я видела ее тень. Ведь, ну, все, прям значит... Подожди, ты в лазерном проекторе видела через камеру? Нет, я видела, я здесь стояла, через окно смотрела. Блин. Там тень была четко ее черная. Угу. Черная? А разве она не белая должна быть? В лазерном проекторе, на... ладно, ладно. Не знаю, я видела ее тень, когда она побежала за... Блокнот кто-нибудь брал? Блокнот я положил в комнату, пойду посмотрю. След есть на соли из комнаты. И, да, в комнате вот она ходит здесь. Вот опять началось. То, фух, я вышла из вовремя. Если она с дубиной ходит. МП4. Смотри в окно, там должно быть ее видно. МП4 было только, да? Да. Блокнот а в блокноте пустой. Есть что-то? Пустой, нет. Что-то она очень сильно агрессивная. Так шкатулку забрали. Она вообще потом. Не агрессивная. Не, шкатулку... А шкатулка что делать? Ее надо юзать? Да, когда она начинает играть, призрак начинает... Активно себя вести, носиться здесь. Да. Закрыто еще, блин. Кинь шкатулку вот здесь на это, на... Сейчас я поставлю, я просто не могу дверь открыть, потому что закрыто все. Нажми, иди вперед просто. А, она не открывается. Ну как не открывается, я слышу, что щелкаешь ее. Нажми просто, иди вперед и откроется. Ты мышкой открываешь, влево-вправо двигая. Я поставила шкатулку, но она не пиликает. Куда ты поставила? Сбоку вон. Я боюсь заходить. Возьми шкатулку, зайди вот здесь возле проектора, поставь ее. Чтобы меня сожрали? А, не сожрут, иди. Бля. Ты дольше будешь думать, ты... дольше будет ситуация так разворачиваться. Вон она стоит. Ну. А кто-то один, бегите в этот... Ну я боюсь одна туда идти, вы да не бойся, ты с нами, фургон... Вот, что-то мигает, это что такое? Что это красное? Да. Это свет как-то моргает, он так не должен моргать. Это потом моргает свет нормально. Свет моргал. Опять? Опять закрыл? Нет, я закрыл. Да не закрывай, не надо. Кстати, откройте дверь, один фургон, идите и смотрите. Я туда вот теперь боюсь проект. Вообще заходить с красной этой штукой, да блин. Да не бойся ты, ёлки-моталки. Ты что, прикалываешься? Ну блин, ну Тань, ну чё, мы так и будем что здесь стоять в дверях? Двое умерли, двое будут. Я сейчас зайду, он меня сожрёт. Ну ничего, значит, дальше пойдем играть, ничего страшного. Иди, я на камеру смотрю. Ставь ее сюда, на этот проектор. Куда? Я по камере буду смотреть, вот. Она у меня в руках играет. Чё, уходи, 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 клади а ее на пол. Свет, выключи и спрячься. Т. Выключи, все. Там чёрно-белый этот выключить, кричать я не вижу её. Все, сиди, не нахуй. Ой, о. Блин, она здесь ходит. Нет, он да, там далеко. Говорит, он далеко ходит, да. Просто у меня моргает МП4. Камень. Я слышу, как МП4. Она шагает, у меня жопа. У меня ой, это ой, камера. Ой. Вон она бежит, бежит к двери, подошла она. Все, Таня, она меня схалала. Да? Но я не знаю, возможно, я успела ее сфоткать, я пыталась. А зачем ты ее сфоткала? Надо было просто. Потому сидеть, что, потому что у меня когда сердце заколотилось, я решила ее сфоткать, потому что она уже ко мне близко подходила. Вот так. Стерва, а, сожрала надо меня. Надо было просто бросить здесь. Ты посмотрела на
Соня, ты посмотрела, видела на проекторе? Да, нет, не видел, только это было. Фу. Призрак, да, ты его плохо сфоткала, но сфоткала. Да, ну сфоткала, так все-таки нормас, нормас. Прокатила. Ну не знаю, МПшка на 4, короче, только была, 5 не было. Я опять не знаю, что... Блин, какой страшный этот красный свет горел, вообще жесть. Я такой первый раз вижу. Кстати, я такой первый раз тоже вижу. Ты мне, Тань, скажи, почему у тебя в настрой... Это, у тебя картинка, блин, более четкая. У меня почему-то это... Все мутно. Параметры... У тебя в игре, что ли, мутно, ты имеешь в виду? Да, да, да. Смотри, параметры, видео... Тени жесткие у меня стоят или мягкие? Не, мягкие тени у меня стоят. Разрешение теней высокое. И этот, подожди. А, вот это вот, анизотропная фильтрация выключена, сглаживание выключено. Тут можно дальше крутить. Да, свечение выключено. Что за свечение? Это, наверное, вот как раз вот это вот туман вот этот. Окклюзию вы выключали, нет? Свечение, блум, да, вот это. Хроматические обсервации выключить. Блин, я не знала, зернистость выключить. У меня выключено все, потому что я... А, нет, у меня все включено, наоборот. Все включено, вообще все полностью. Вообще все включено. Да, сглаживание, вот это все говнито. Зернистость тоже все это, да? Да, все включено, все. Блин, да ладно, анизотропная фильтрация. Так, ну и кто это? А оно все не может быть включено, оно что-то тут, допустим, если хроматически включаешь, что-то выключается. Нет, у меня все включено. Нет, у меня все включено. Я тоже все смог. Так, параметры, видео. Мягкие тени. Блин, страшно играть. И смотри, разрешение текстур. У тебя сколько стоит процентов? 100, да у меня на все на ультра. Ну, посмотрим. Да нет, еще хуже стало бы, еще больше мудности. Да. Не знаю, у меня норм. Я его удивился, что ты говоришь, на все мутно. А тени у тебя какие, мягкие стоят или жесткие? Но я люблю пожестче. А попробуй поставить мягкие, может лучше будет. Они у меня мягкие. Так, короче, по призракам. Так, Райдзю, он электроприборами херачит. Рано, у нас вообще ничего нет. Лазерный проектор, так и не понял, вы смотрели, не смотрели? У нас вообще ничего нет. Она за агрессивная очень. И лампы эти мигали, как странно. Но это возможно. Да мигать на хрен с ним, это помехи, когда от призрака они могут всякие сказать помехи. Фишка в том, что в этом, когда он проходит через вот эту зеленую проекцию, да? Да, я вживую. Когда я вживую видела, то я видела тень черную, а когда я на камере, я ничего не видела, только помехи были. Ну ладно, лазерный проект выделяет. МП5 у нас был 4, пятерки не было. Отпечатки рук, вот кто сейчас проверит? Запись в блокноте, что-то есть? Нет? Нету. А где блокнот лежит? Я тоже не видел. В комнате. Смотрите, блокнот написал, что нет, я... Нет, ничего. Он везде ходит, кстати, везде понаступал, по всем комнатам шоткает. Нормально. А это что такое? О, нифига себе, я на кровать как зашел. Как залез? О. Мы все можем залезть, можешь прыгать теперь. Давай, родная, давай. Иди, занец. Она так меня обхватила. Так, двумя руками. У-ля-ля. Макс. Да хрен с этими призраками, идем потрахаемся. Мы все равно дохнем. Опять вырезать. Мы все равно дохлые. Ты самое интересное вырезаешь, Сережа. Кто-то дверь. А вот я возьму и не буду вырезать. Ой, а давайте тройничок. А вы что, гоните? Я даже знаю, как ей встать там. Утка по-пекински. И плоские. Так, все, хорош. Тут Соня вообще-то. Алло, забыли? Ну и чё? Что говорите? Типа не слышит. Нет, я не слышала, что такое было? Ничего не было. А Макс занимается всякими непотребствами. Блин, а чё мы можем сделать? Татка нашла комиксы про этих неуловимых мстителей. И говорит, отомстите мне, пожалуйста. Я больше не буду брать никакие играющие шкатулки, нафиг. Это вообще жесть какая-то. Ну, ещё играть страшно. Нормально отыгралось.
Да, нормально, она меня сожрала за секунду. Ну ладно. Тоже бросать надо и бежать. Так я не успела, блин, убежать, она дверь закрыла уже. Как я тебя убегу? Я куда? Я не могу понять, что... Так, ну допустим, лазерная проекция... Но мы сами ничего не сделаем, мы все духлые. Тебе надо было, знаешь, этот, бросать эту шкатулку, кричать «Rape me! Rape ага. me, my friend!» Как определить вид призрака? Я что-то так и не поняла, я еще ни разу не делаю. Вот здесь можно было бы еще спрятаться, кстати. Но не давай, факт. Давай, давай, стой там. И отстань! Спрятался, я не спрятался. А что это такое у тебя в руке? Чайник? Да. А как ты чайник взял? Да, тут можно брать вещи. На Е. Серьезно? Да, вы да. там возьми его на Е. Точно. Идем чайку попьем. Че ты принесла тарелку? Так, если покушать принес. Так, улица. Что делаем? Следующий тогда? Просто ну мы сейчас мы так время тут потратим. Ну да. Я хочу еще поиграть. Дю-рай-дю-рай-дю. Немножечко. Я не знаю еще, у нас записи нет, если все поучеркивать. Короче, я думаю, что это рейтинг. Почему ты так думаешь? У нас вообще ничего нету. Это понятно, но... Ну, чтобы нарезать мясо и положить ему. Мне показалось странным вот это красное свечение лампы. И что? Призрачного огонька не видели? Давайте разберемся, что мы видели, а что мы не видели. Я не видела. Короче, мы увидели проекцию. Раз. А этого огонька, говорите, не было, да? Радио не постоянно понятно. Выводит из строя электроприборы. У нас включены нет. были эти свет там и прочая фигня. У нас смотри, они не были включены, но он их включил. Помнишь вот этот, когда люстра красным сияла? Что это может быть? Это не... А, слушай, он же лампочку сжег, короче, точно в комнате. Ну, она и лампочка, взорвалась. Кстати, бахнула. Да? Да. Он прям перегрузил, короче, электроприбор. Если вычеркнуть EMP, то радио недоступен становится. Значит, так, нет, ну не факт. EMP-шка четверка была. То есть есть вероятность, что иногда она может сработать до пятерки. Потому что вспомним, мы тогда с Юрой играли, у нас тоже 3-3-3 было, и потом она в один момент до 5 выстрелила. Ну, блин, тут, короче, столько багов, что не поймешь. Ну, да. Поэтому я вот думаю, что это Райдзю, что вот электроприборы. Так, а я не могу переключать камеры, да? Эх. А что вы сделали? Ну, если Соня видела лазерный проектор, то, возможно, это может быть. Да, конечно, Райдзю, но, блин, это такое... Что, лазерный проектор? Я видела только черную тень, не знаю, проекция это или нет. Проектор Соня. Вообще должен быть такой бледный, как паутинка да цветом белый. Да всяко можно увидеть, да. Да? Ну, я видела только черную и всегда-всегда вижу черную, когда вот тень я проходит. Я прозрачно. А ты можешь камеру покликать? У Радзю не было EMP-5. Посмотри, и может где-то огонек будет. У Радзю нет записи блокнота. Так, слишком ярко здесь. Может призрачный огонек где-то увидим. Сейчас. Угу. Так. Просто, а кто еще может так? Вот, допустим, лазерный проектор. Давайте посмотрим. У нас здесь Мираж, Банши, Юрей, Йокай, Рейдзю, Горю. Они и Фантом. Хрена, у нас вообще нет улик, ребята. Да мы так не угадаем. Тут может быть кто угодно. Да. Короче, Рейдзю, я ставлю Рейдзю и текаем отсюда. Как ставить, господи, объясните мне. Как ставить призрака? Да. Открываешь J, кнопочка. Русская О. У тебя открывается сейчас. Дневничок. Сейчас, минуту. Чуть не открывается. А, вообще. Джей. Да. Вкладка улики. Дальше. Вкладка улики. Ага. Лазерный проектор выбираешь крестик. Ну, тут видишь, EMP, вот там вот крестик означает то, что ты выбрала тот или иное доказательство. И внизу, короче, возможные призраки. Да, вот. Я поставил Райдзю. Ну, я лично поставил Райдзю, я не знаю, как там еще. Может, а кто еще может быть? Ну-ка так, они горю. Я не помню. Но это было агрессивное очень. Я думаю, я поставлю демона. Я не знаю, но я поставлю демона. А потому что он очень он активный. Агрессивный. Он просто. Потому что он чаще всего охотится, а этот постоянно охотился. Да. Нападает. Кто долго находился? А? Кто долго находился? Я только зашла и на меня сразу напало. А есть что-то с игровой этой, как ее? Они, кстати, это тоже часто нападает. Они более активны в присутствии людей. И могут перемещать предметы. Но предметы я не помню, чтобы он кидал. Они минусовая температура. Мы не смотрели, да, минусовую температуру? Не было температуры. Значит, это не они. Так, а кстати, да, подождите, улики. Мы минусовую температуру вычеркиваем.
Потом мы вычеркиваем. Так. Да хрен знает, что тут еще вычеркивать. Ну, запись в блокноте. Огонек, допустим, вычеркнем. Записи можно, в принципе, да, попробовать. Блин, ты да? Точно не банши, они поют. Мираж. Может быть, мираж? Если вычеркнуть, короче... Мираж сквозь стены проходит. А, вот смотрите, фантом отпадает, потому что если вам удается сфотографировать фантом, он на время исчезнет, а он не исчез. Горёст. И точно не мираж, потому что они мираж не касаются земли. Да, несложно отследить. А горё, горё. Горё как-то под... тоже как-то... Нет, прятаться от камеры, если рядом кто-то есть, но он не прятался. Да. Ну, я его сфоткал, он бы убежал бы тогда, мне так, кажется, мираж. Нет? Нет, слушай, ну он тоже, смотрите, редко уходит далеко от своего места смерти, а он это по постоянно... По всей комнате шоркался. Нет, он часто очень выходил и заходил в ванную, я смотрел. Да? Да. Часто так делал. И иногда только проходил вперед. Прятаться от камер. Может, кстати, прячется от камер, то что на камерах-то его не видно уже было вроде. Силуэт-то мы увидели, проекцию вживую уже видели его, а не на камеру. Короче, можно горю поставить и свалить. Ну давайте попробуем, ладно. Что, следующую катку или расход? Ну вот как? Макс, за. Слушайте, вот он поглощает энергию, электричество, так, радио постоянно уводит в строй электрические приборы, благодаря чему? Вот я сначала подумал райдю, потому что вот действительно, когда начала люстра гореть. Люстра такими красными огоньками начала фигачить. Жень, страшно, у меня аж поплохело. От чего? От шкатулки? От красной этой. Не знаю, давайте кто что, давайте все по... Давайте по рандому поставим, кто как думает. Демон, короче, поставил. Я тоже хотел демона поставить, но... Я поставлю райдю, как изначально думал. Мираж фантом отпадает. Юкай. Ну-ка, а Юкай чё? Поставьте. Непонятно. Мы слишком быстро сдохли. Короче, предлагаю сейчас первый дом поставить. Мы там все знаем. Ну, короче, горю поставлю, я не знаю. Ну ладно, погнали. Все, давайте. Закрывай машину, поехали. А там этот вон, циферки такие. Во. Я остался в доме вместе со своим дружком. А мы все здесь. Пирожок, выходи. Интересно. Че, кто там? Покажись мне человек, не тот, кто... Юкай? Угу. Это кто вообще? Был такой, да? Ясно. Был когда-то такой, да? Ясно, что... Ладно, погнали дальше. Так, сложность профессионала оставляю, да? Да. Мы же все профи, тут не вшататься. Ага, прям такие профи, что у нас даже не могут закатку сожрать всех. Угу. Отписали. Так, кстати, не могут готов... сожрать, нас сжирают, блядь. Макс, это был сарказм. Так. Забыла нажать на кнопочку. Все, погнали. Забыла. Следите за словами, призраки могут вас слышать. Угу. Нам мы ничего не говорим. Чат. Я хочу этот, как его, пентаграмму, самая веселая. Ага, сама будешь зажигать? Хочет она? Нет. Ага. Буду камеры смотреть, да, сидеть? Хитро. Нет, не буду, я буду просто орать на всю квартиру, как обычно. У тебя спать не могли еще? Убегать от компьютера? Что там, кто там не подключился? Пока нет. Таня грузится? Да, мне как всегда все загрузилось. Свидетель паранормального. Заставить призрака кушать. Да. Блин, вот мне четвертое не нравится. Что, хотя, в принципе, все легко. Так. Возьмите кто-нибудь. Так, я хочу две камеры поставить в доме сразу. Ну так, опять лагает. Кто-нибудь возьмите блокнот. Так, мне нужен фотоаппарат. Крючка, ты взял? Кто-то один, возьмите блокнот, фотоаппарат и соль, кто-то один. Другой возьмите фонарик, потом ультрафонарик, потом... Фонарик, это... ультрафонарик? Да. Вот, ну, синий, фиолетовый. Да, и вот эту как... Я пошла свечи ставить. Датчик движения внизу. Угу. Всё, пойдёмте. Соль, бери соль или что-то. Лагает. Сейчас.
Давай соль возьму. Так, и возьму. Нам еще свечку нужно будет взять. Я свечки. Я свечки ставлю, но мне залагало, походу, сейчас. Либо вы. Ректальные свечи. Ага, для тебя. Свет, в смысле, для меня. У меня фонарика нет. Так, сейчас я. Сейчас. Я возьму. Я не вылетела? У нас пока время есть, так нападать не будет. У нас первое там время. Нету, это профессионал. Профессионал тоже есть, только короткое. Да? Нет, есть там ноль сразу, Макс. Так, да? А ты температуру взял? Да, я измерен. Так. Сейчас я желтый фонарь беру, что такой противный. Сейчас. Я беру желтый фонарь. Да. Вы долго что-то... Да я беру, который лежит. Я не знаю, как они уже разделяют. У меня очень нравится. Убивают уже. А ты где, Макс? Она опять в гараже, наверное, будет. Ну что вы так долго? Я иду в гараж. Макс, что ты опять недовольный бубнишь, а? Хорошо, как-то вы все долго делаете. Ну, у меня лагает, я не могу. Опа. Че, отошли? Лагает. А где? Не понял. Возможно, в подвале. Могу соль насыпать. У меня просто фонарика нет, блядь. Так я давай, я тебе свечу дорогу. Пошли в подвал, значит, в подвале это. Вы все в подвале? Да, мы спускаемся. Вот он здесь. Так, пентаграммы здесь нету? Давайте посмотрим, может, на скалу и Джей есть. Что-нибудь. Посветите здесь. Где? Куда? А как на скалу и Джей выглядит? Она такая с буковками, с маленькими. Это я знаю. Я ее только в развернутом виде обычно вижу. Она всегда как-то это... в развернутом. Здесь температура. Сыпь соль вот на этом, вот сюда, вот по сыпь. Пока не надо сыпать, здесь не нужно, здесь температура высокая. И что? Он вряд ли здесь будет ходить. Не факт, что он на температуре. Надо вообще кость факт найти. Вот кость. Так. Фотографируйте ее и заберите. Блин, ты меня напугал страшным рубами. Где выход-то, ё-моё? Выход на так, право. Здесь тоже нет. Пойду гараж посмотрю. Так, тут выключаем. Здесь тоже слишком тепло. Здесь посыпать. Мне что-то кажется, комната будет детская. Ой, нажал. Это я шучу. Не надо. Шуточки за 300. Да, возможно, комната, здесь, кстати. Мне кажется, детская это. Ё-моё. Тут разбитый... А, карта Таро нашел. О. Пока не надо. Блин, у меня так лагает. О, пойдемте со мной. Свет мне нужен. Свет, так, свеча потухла. О, минусовая температура здесь. Минус 8. Он... Сыпать? Да, вот здесь... Сейчас, подожди. Да, здесь сыпь. И камера нужна. Как ее посыпать-то, господи? На как посыпать соль? F. На пол, на корточке. Камеру, сядь. Камеру ставьте. Не обязательно корточки. Минус 8. Так, благовония нужны. Можно зажечь рядом. Так, он с свечу затушил в коридоре. На входе, затушил, но... прям стоит. Да, считалось. Так, сейчас надо лазерные проекции. У меня Таро лежат в карте. Камеру кого? Когда будет Таро вызывать, я кину палку вонючку. И умру. Так, сейчас я камеру возьму, лазерку, во-первых. Камеру на штативе брать? Что такое? На штативе. Я камеру не знаю, сейчас посмотрим. Ну возьми, посмотрим. Как поставить. Да, лучше на штативе. Пойдем сейчас. Это так, левая комната, да? Дальняя. Да. Вот это уже. Вот это возьмем. Кто со мной, возьмем. Тот герой. Я боюсь. Блин, я так лагаю. Да ничего бояться, тут ничего страшного нет. Да что ты говоришь? Так, сейчас свечка мне здесь не нравится. Блин, это, кстати, смотри, обрати внимание на зеркало. Это зеркало, в котором есть отражение. А в других зеркалах отражения не бывает. Там, кстати, можно призрака увидеть. Я пошла от этого зеркала, мне страшно. О, наступил на соль. Угу. Сфотографируйте. А у меня фотика нет с собой. Надо фотик взять.
Почему у меня рассудок все время падает как-то быстрее, чем у всех остальных? Ну, ну потому что ты рядом с ним трешься постоянно. Бывает, что ты рядом с ним трешься. Так, активность повысилась. Что такое, блин? Параметр поковырял, а теперь все лагает. Блин. Так, это что это сработало? А, датчик движения ты поставил. Че, вы где, в доме? Макс в доме, да. Опа, он, да, он рядом со мной, на соль только что наступил. Да? Угу, прям при мне. А ты где? Здесь кидать надо или что с ним делать надо? Крест в руках можно держать. Не надо в руках. Он вообще-то в руке тоже может сожрать крест. Да? Да. Да-да, у меня крыс. Вот он в коридоре ходит, кстати. В коридоре? Вы фоткали эту штуку? Чего вы не одели нет, опять наголовники эти? Ты не видишь его не на экране? Сейчас я еще одну камеру поставлю прямо перед дверью. Эту штуку возьму. Блин, а че? Ладно. Давай возьмись. Так. Сонь, кстати, на будущее там фонарик есть, который получше. Вы наголовники оденьте, пожалуйста, ребят. Еще. Во. Который ярче светится. Надел. А, поняла, вот он. Черный такой. Угу. Просто тот, который у тебя, он прям такой. Так, ты фотик взял, Макс? Фоткать? Нет, так. Я не брал. Так, я возьму фотоаппарат, сейчас надо следы там зафоткать. Что еще туда кинуть надо? Давай ультрафиолет кину. Туда. Блин, не знаю, вот, что-то как-то плохо видно. Увидим и не увидим. А как его еще? Можно на пол поставить камеру? Нет, так-то должны увидеть. Она же вот проекция это... прям в потолок уходит. Угу. Ну да. Вторая есть так. В коридоре еще. Так, дай-ка сейчас я... Девчонки стоят, вход не заходит. Конечно, сейчас зайдем, как всегда закроется дверь. Заходите. Нет, она закрывается, когда начинается активность. Сейчас активности нет, ничего не закроется. И зачем стоять, если можно пройти в этот... И умереть. Вот да. Шкаф, вот шкаф, видишь шкаф, посмотрела, пустой. Этот закрытый, значит, сюда нельзя прятаться. Значит, смотришь вот этот шкаф, оп, тоже закрытый. Забитый, точнее. Пока ты будешь смотреть, тебе уже жопу откусит. Так, картина упала. Так, не надо смотреть. Ты вот можешь вот так вот дверь, короче, поставить и оп, за нее спрятаться. Но вот здесь лучше не делать этого. Ой, пикать что-то. А, это вы прошли. Ну-ка. Надеюсь, это твой. О, я вот сюда буду прятаться. В этой комнате. Пикать это то, что датчик да, стоит. Да, я вижу. В эти зеркала пофоткал, блин, так страшно стало. Да, зеркала стрёмные. А, у нас там еще карта Таро же, да, были? Да. Хочешь покрутить их? Вот. Я вот боюсь. Надо, да, покрутить их сейчас, подождите. Свет ты будешь выключаем? Крутить, я буду вонючку жечь. Подождите секундочку, свет выключаем. Сейчас, подождите. Да, врубай все, фонарики. Закрываю дверь. Да, врубай. Так, я смотрю по камерам. Все. Макс вообще бесстрашный, я не знаю, я так не могу. А чё бояться-то? Это же игра, действительно. Ну да, потом игра. После того, как ты поиграл, тебе всякие стрёмные сны снятся. Да это так кажется, просто на это... Нет, мне снились после нашей дикой ночи. Пойдём в этот... кого Тара? Я взял. Тань, Тару. Хочешь покрутить? Пойдёмте со мной. Я покажу, посмотрю. Куда прятаться. Куда Подожди. Прятаться вместе? Все будут прятаться? Или только Нет. один сможет прятаться? Нет, вдвоём. А, тогда Пара. Мне я не смогу посмотреть. Да. А что смотреть, ты там не увидишь. Здесь. Пойдем сюда. Сюда стой, иди. Я буду смотреть по камере тогда, как вы вызываете. Залазим в шкаф. Присесть. И присесть, да. Оп. Закрыли. Все, присаживайся, только свет выключи. Я выключил. Присесть, господи. А на плече у тебя что светится? А как его выключить еще? Крути, найдешь. В руку возьми его и выключи правой кнопкой мыши. Ой. А, у меня больше. Не выключается. А что скрипело? Все нормально, теперь листай. Вы что, втроем там сидите?
Тихо. Не, я в дверном проеме. Я имя не взял. Эми? Что у тебя там выпало? Да, дом. Ну... Дальше. Мария Браун. Что-то там женщина какая-то. Луна с солнышком. Опять луна с солнышком. Опять луна с солнышком. Что-то три подряд мне. В чем прикол это? Опять эти... дом. Сколько там EMP, интересно? Опять луна с солнышком. Кто открыл? А вы на камеру смотрите только. Я в комнате смотрю. Проекции, чтобы там появился, не появился. О, она рядом о, с вами где-то пердит да. там. Да-да-да, нормально. Призрак вышел на Таро. Ой. О, это что, она? Смерть. Я закрыла дверь. Я видела. Тихо-тихо. А, зачем, зачем? Не подожди, я что-то вижу на камере. Тихо-тихо, помолчите. Я слушаю, где на дверь открывать, сейчас будем смотреть печатки. Ты все пролистал? Да-да-да. Все, ждем. А вы смотрите по активности, как там? Десятка. Блять, мы Эми не посмотрим, сука, я не взял Эми. Фонарик мигает из-за нее. Она где-то рядом бегает в коридоре. Она в коридоре, да. Так, я смотрю в коридоре. Что у меня фонарик мигает? Да, она в коридоре ходит, у меня камеры... Ну, я не вижу ее на камере. Она там и ищет. Тихо-тихо. Тень. По активности чёрная. Что? Это тень? Какая-то тень. Вы вообще ее не видите в проекции? Я вижу какие-то тени только. Я говорю, вот тени только что видят. Что по активности, скажите? Активность упала до 4. Падает пошли. До 0. Пошли, пошли. Короче, вот видишь, Соня, вот это белый такой справа? Ищем. Вот это белый треугольник такой, видишь, справа? Она ну, открывала на экране. Вот но тут прям тени были. Вижу. Как будто я говорю, да, что тени только видны, черные, но белых не, не видно. Не, белые это о, на этом. Бля, она не... Тихо. Это не это. Белые это на зеленую, на этом который... лазере. Да, да, да. Активность поднялась. Пойду посмотрю. Насколько поднялась? Двоечка. Падает до единички. Три. Записи нет. Блин. Пропала. Блять, она нигде не оставила отпечатков. А если отпечатки закрыть есть? Бля, все, я сейчас умру. Активность поднялась. Бля, она у меня. О, нет, все нормально, пропала. Не-не-не, это фейк. Это фейковая. Она появилась у меня прямо перед глазами. В дверях у меня. Да. Угу. Дверь закрыла, сейчас посмотрю отпечатки. Бля, нету. А есть ведь вероятность, что прям отпечатки перечеркнуть, что их не будет? Ревенант, да. Тень, ой. Они же могут мне оставлять. Это тоже, знаешь, такое себе. Это фейковая была атака. Угу. Так, немножко отойти, пойти посмотреть, чтобы у меня рассудок восстановился. Блин, а что там у нас исполнилось? Камень благовоний осталось. Стать свидетелем паранормального явления. Блин, нам надо искать отпечаточки. Мы же были свидетелями. Да, ну, да. Надо жить благовоние, да, возле призрака надо. Так, что мы фоткали? Отпечатки ног фоткали же, я да? Я фоткал. Так. Так, так, не, он зеркало сфоткал. Но зеркало показывает 100%, где призрак. И вот два зеркала, которые показывают. Это Лазер... не... Это Лазер нет, на проекте нет. Видели, нет? Нет, я не видел. Я видел только тени. Тени где? По проекту? Вот, вот, по это... вот на этой камере, вот на этой надо камере, которая вот только что была. Не на этой камере смотреть, а вот на этой, в комнате, которая... Подожди, выключи. Я смотрела на этой камере, ничего не стой, было. Там стой, все стой. Просто экран, ну, мигал, короче. Где она это? Вот она, эта камера. Нет, где в комнате-то вот? Вот после этой. Стоп. Вот она. А, подожди, вот, нет, вот нет, здесь... это другая. Это, здесь нету лазерной. Дальше. А, тут дверь открыта, а, отлично. Блядь. Ее, ну, ее дверью, что ли, перекрыло? Ну да. Сейчас я покажу. Так. Эми работает потихонечку. Да, две. За эту игру еще ни разу не угадали, я так понимаю. Не так, угадали. Предметы падали. Подожди, это был светящийся этот? Это был фонарь, как его? А, у тебя минусовая, у тебя изо рта пар идет.
Она где-то рядом, походу. Опа. Да, активность. Активность. Она в этой комнате, Макс. Она в этой комнате. А я ее вижу, фотика нет, она передо мной. Блин, а фотика не было, я не сфоткал. Он тебя сожрала? Нет, я вышел на улицу, она на меня шла. Угу. Минусовую мы ставили уже температуру. В лазерном проекте видели ее, нет? Неа. Ну я, кстати, видел, как она за тобой вышла из комнаты. Ты видел лазерную проекцию? Вот смотри, вышел Макс из комнаты, и за ним тоже тень такая черная пошла. Ну говорю, черная тень. Ну, значит, это она и есть, да. Лазерная проекция, конечно. Я просто столько раз лазерную проекцию видела, но она белая, он как будто бы... Остается Юрей и Онь. Они разные могут быть проекции, мне кажется. Ну ладно, окей, я не знала. Мне так кажется. Эти... Ну мы ее просто... Вы ее на камере просто так-то не увидите же. Юрей Они остается. Так, подождите, ладно, дайте я сейчас возьму. Кстати, это возможно. Более активно в присутствии людей могут перемещаться предметы. Предметы падали. Так. Да, там падали, есть предметы. Ну и пишка, если пятая должна сработать. Так, а Юрей. Ну, Юрей призрачный огонек нужен. На рассудок, чем другие виды. Если осветить место смерти Юрей при помощи благовония. Ну это тоже странно. Так, сейчас я попробую. А я не могу взять. Ой. Блять, не могу взять. Так, подожди. Скинуть. Ну ладно, дай-ка я вот так скину. А где у нас еще зажигалка? Да? У кого? У меня в руках надо? Давай. Туда можешь поставить. Вот так вот. Вот она лежит. Я вижу. Ты хочешь вонючку зажечь? Открываем, да? Чтобы открыло. Да, вот здесь оставим. Крест брошу, может съест? Так, здесь скину. Вонючку тоже скину. Пойду возьму еще. Фотик надо взять. Так, фотик. Как у него там? Как? Ладно. Так вот лучше видно, да. Сейчас будем вызывать ее. Как? Пойду брать. Назвать? Угу. А сколько у меня там по рассудку? Нормально. 62. О, у меня поднимается, я могу постоять. Потому что ты на свету. Опять упала. А у тебя больше и не поднимется, скорее всего. Выпей таблетки, выпей, есть же еще. Да 62% это нормальные. Так, тут два снимка. Вот там нафоткали, что ли, все? Ну, я вроде все фоткал, все, что видел. Пять, все нашел. Кость есть. Следы, кстати, не засчитываются с ним. Должны засчитываться. Значит, нету. Не правильно фоткаешь. А как еще? Должны засчитываться, по идее. Может быть, без фонарика надо фоткать? Не знаю. Что-то пикнул. А, она ходит по коридору. А, это Макс. Понятно. Вызывать ее тут будешь? Записи не вижу. Сейчас пойду возьму. А кто дверь не открывал? Знаю. Она открыла? Наверное. Нет. Точнее, нас там не было. Значит, так. Она. А где рация-то? Я же кидал ее сюда. Или не взял? Открой. Так, ладно, сейчас я пойду за рацией. Буду звать ее. В комнате, кстати, вроде лежал или нет? Так, сколько у меня рассудок? 58. Не, я все-таки выпью таблетки, пойду звать. Так. Все, выходите из дома. Потому что я должен один здесь быть. Угу. Она не будет реагировать. Пойдем палить огонек. Палите. Как зовут ее? Мария Браун. Да, Мария Браун. Мария Браун, дай знак. Ты че? Так, это другая. Мария камера. Браун, дай знак. Да ты нормальная камера. Мария Браун, дай знак. Бля, мне что-то страшно стало. Активность поднялась до шестерки вроде. Мария Браун, дай свет знак. Свет мигает в коридоре. Да, она в коридоре, она появилась. Вот. Что такое? Это была она или это был Макс? Я ее увидела. Я ее увидела. Тихо. Это глаза, это она была? Лазерная проекция точно была, я увидела ее. Лазерная проекция видела, да? Да. Отлично. Бля, я успел. Я успел, она дверь открыла.
Так, я пока посижу, значит, не, надо свалить, чтобы у меня не сильно падало. Дверь открыта, ты можешь выйти. Блять, все, она здесь. Она тебя сожрет, да? Опять, нет, она... Иди нахер отсюда. Посмотрите, там это упало, нет, она прям рядом где-то со мной в комнате. Подожди, четверка. Смотрю, я не вижу, я прям в дверях стою. Активность четверка. Ну, два. Свет выключила, кстати, всё, упало, в коридоре. Упало до нуля. Всё, да. Дверь даже не закрывалась. Подожди, огонька нет, да? Нет. А этот ультрафиолет где? Всё где там, хуйня, всё в доме. Блядь. Она должна... Не открыла? Где ультрафиолет? Сейчас тебе принесу фонарь. Проекция точно была, я её увидела прям полностью. Отлично, отметьте проекцию, я посмотрю здесь. Ничего, она мне открывала двери. Ну, на дверях ни хера нет, блядь. Как так-то? Тварь такая безмозглая. Активность поднялась до 6. Так, дай-ка я выйду. Так, котик надо скинуть на всякий случай. Что у меня еще есть? Вот эту штуку надо взять и зажигалку. Ой, что-то мигает. Где мигнуло? Да в коридоре. Мигает вот это, если она пройдет, вот это может загореться. Да, я в курсе. Так, активность падает. Опять дверь открыта. Пал до единицы. Так. А, она мне, по-моему, ответила. Подождите, я выйду. Шестерка. Так, а я не знаю, она мне ответила, не ответила. Значит, что у нас было? Лазерный проектор был. Два. Минусовая. Тоже минусовая была. Была запись. Отпечаток нет. Эмми не видели, сколько было? Mm-mm. Блин, радиоприемник. Я не понял, она мне ответила на деле, или она просто орала? По-моему, ответила. Пшш. А ну-ка, давай посмотрим, что там, если радиоприемник. Юрей и Они. Вообще нет. Минусовая температура и лазерный проектор у нас только пока. И у меня ничего, если радиоприемник. Если EMP поставить, то это будет ОНИ. Если вычеркнуть, то URAY. И все. Больше ничего не остается. Ну давайте почитаем, что за ОНИ, что он делает. Он более активен в присутствии людей. Мне кажется, это URAY, потому что он боится вонючки. Да? Чего он боялся? Мне кажется, не боится. Ну, так вы не кидали в него вонючку? Нет, он будет временно ограниченный. Зажечь благовоние возле призрака мы не делали. Он может убежать, если короче, вы на него зажечь. Я сейчас пойду. Да вы что делали? Нахрена вы бросили-то? Я проверить. Если он сейчас агрессивничать будет, то это, возможно, Юрий. Да нет, так надо, когда он выходит. О, активность поднялась. Ты кинула пятерку. Вот. Или что? Я помню просто, Макс, когда зажигал эту херню, другой Макс. Благовоние, активность поднималась. Так, а кто дверь открыл опять, блядь, в комнату? Так это этот призрак. О, призрак. Как ее зовут еще раз, напомню? Мария Браун. Мария Браун, дай знак. Мария Браун, ответь мне. Может, давай комнату включим? Мария Браун, скажи мне что-нибудь. Включи. Ой, блядь, ой-ой-ой-ой-ой. Она бежит за тобой. Да ну нахер, нет, это фейк. Слушай, сколько? Сережа, ну нормально было в коридоре, зачем ты бегаешь? Отпусти обратно. Все, ладно. Не трогай вот эту камеру, пусть она остается, она тут ходит по коридору. Четыре было, четыре. Короче, она отреагировала на призрак. А если на, блин, если пять, то кто это выходит? У нас... Они. Они, да, а Они это... Ну, в присутствии людей такой опасный самый тип. Так, слабость. Демона тратит меньше вашего рассудка при использовании проклятых предметов. А ну-ка, дайте-ка я предмет возьму какой-нибудь, подождите. Предмет, у меня сколько рассудка? У меня вот 27, да? Я раз 5 пойду возьму. Возьми лучше вонючку кинь. Раз 5 там валяется на полу, она его не трогала. Я пойду в комнату кину. Вот я когда вонючку кинул, активность резко поднялась. А Они же не любит, да? Юрей. А, Юрей не любит, да?
Если осветить место смерти, Юрей при помощи благовония передвижения Питер. Он будет медленнее. Вы предлагаете мне его кинуть прямо сюда, что ли? Я предлагаю, да, кинуть, когда активность будет высокая. Ну, когда он рядом, короче, будет. А не просто сейчас, так кинуть. Сейчас я его еще раз позову. Позови ее опять, мне кажется, опять поднимется. На, фотик держи. Вот только зайди сюда. Да. Сейчас, погоди. Как там бросить его, господи. Вот. Я буду идти, он за мной побежит, ты его... Я не могу его поднять. Ну, присядь. У тебя руки переполнены. Фотографируй, по-моему, правой клавишей мыши. Да. Держи его. Сейчас я это позову. Если что, зови, я смогу сфоткать ее. Главное, чтобы дверь не закрылась. Как ее? Но она вроде не закрывалась, когда она нападала, она не закрывает дверь. Не факт. Как ее зовут? Мария Браун. Мария Браун, дай знак. Мария Браун, ответь мне. Каноль. Ты мертва? Ты мертва? Вопрос просто огонь. Тихо. Ну, блядь, надо что-то говорить. Ты стар или молод? Тана. Мария Браун, ты стар или молод? Поднялась до единички в активности. Мария Браун, когда ты сдохла? О. Ой, блядь. Слушай, сзади вроде... Это я. Не фоткай меня. Мария Браун, когда ты умерла? Что-то она опять пропала. Мария Браун. Падает. Ответь мне. Мария Браун, ты умерла? Ты замигал свет, я решила сфоткать. Нет, ты фоткай. Мария Браун. Будет... Да нет, когда я буду идти, тогда она за мной пойдет фоткой. Мария Браун, ответь мне. Либо когда у тебя сердце быстро начинает стучать, можешь фоткать, это значит, она рядом. Что у меня с рассудком, посмотрите? Следите кто-нибудь за рассудком. Рассудок 10% у тебя. Мария Браун, 7. Ответь мне. 8. Короче, 10%. Мария Браун. Я вот, кстати, ты меня смотрел, любишь, у него был 30. 20. Мария Браун. У него был резко 5. Fuck you, motherfucker. А этот, как его? Юрей обычно. Эй, вот стоп, Мария Браун. Это Юрей, скорее всего. Мария Браун. Ответь мне. Пока Мария Браун, запиши что-нибудь в блокнот, дура ты конченая. 0. Мария Браун. Она не видит благовония, она же тогда активировалась, когда вы... Я тебя не боюсь, Мария Браун. Пошла вон из этого дома. Кто, блин, спёрся вонючки из зажигалки, блин? Я взял. А как её поджечь-то? А, вот. Зажигалка нужна? Да, я кинул. Да вы неправильно, вы зажигаете. О, засчитала благовония возле призрака, засчиталась. Значит, она с тобой. Мария Браун, дай мне знак. О, заморгала камера. Камера заморгала, камера заморгала. Не, не идет она, не идет. Активность поднялась до 4. Идет, я ее не вижу. Но в коридоре только что моргала камера, она где-то тут носится, походу. Мария Браун, проект ты меня слышишь? Мария Браун. Чмо ты безобразная. Поднялось до 7. Мария Браун. Тебе кто-то в постель нассал, Мария Браун. О, поднялась активность до 9. 5. Да? МПша? 5 МП было. Ну все, это... Подожди, а кто это? Это они, получается. 5 МП. А рассудок падает, как будто этот... Как будто Юрий. Ну там тоже не всегда, понимаешь? МП 5, лазерный прыжок, это они, да. Давайте валим отсюда нахуй. Странно, ну ладно. Мы все выполнили. Я почему-то думал, что это Юрей. Есть вероятность, что мы еще... Я выбрали. Да? Я поставила Они. Ну почему, если все у нас совпало, все, уезжаем. Все поставили? Да. Да. Все. Не знаю, мне почему-то кажется, что это Юрей. Не дай бог, к ней видишь, ей не понравилось, когда я сказал, что ей насрали в кровать. Да. Еще кому понравится. Они. Видите, 195, все четко. Да, ну, а у кого сколько баксов? 195. Классно. Так, ну все. Хоть одна у нас прям вообще четко, мы все задания выполнили. Да. Ну что, все, расходимся? Да, я все. Нужно еще раз? Да не, наверное. Да. Я тоже все. Ладно, это. Ну всем все, спасибо. Всем спасибо. До следующих призраков.